Легенды гласят, что библейский рай существовал вовсе не на небесах. Эдем не был метафорой, обещавшей человеку вечное наслаждение в заоблачном царстве грез. Это было вполне конкретное место на земле. Даже апокрифы, неканонические предания, описывая Эдем, подтверждают каноническую версию, что случается в библеистике крайне редко. Авторы апокрифов пишут, что в райском саду действительно жили всего два человека – мужчина и женщина. Они были высокого роста, удивительно красивы, никогда ничем не болели и жили поразительно долго, откуда и пошли легенды об их бессмертии. Ручьи райского сада были живительны, а растущие плоды давали такую силу обитателям Эдема, что каждый из них мог в одиночку повалить дерево шириной в 3 обхвата. Потом что-то случилось, и людям пришлось покинуть райский сад навсегда, причем путь назад им был закрыт под угрозой смерти. Человек до определенного момента был бессмертен. Уже в раю человек был не только душой бестелесной, но и телом обладал. Адам совершил то самое грехопадение, и из этого идеального мира идей был изгнан в наш мир, и тогда получил ризы кожаные, да, как говорится в Писании, то есть телесную природу, которая смертна. Тысячи лет люди искали потерянный Эдем, где, согласно преданию, остались 2 величайшие тайны. Древо жизни, плоды которого даровали право жить вечно, и древо познания добра и зла, ставшее причиной изгнания из рая. Один малоизвестный апокриф 2 века до нашей эры утверждал, что было и 3-е дерево, плоды которого дали ветхозаветному Адаму силу абсолютной власти над всеми зверями земными и птицами небесными, ветрами и погодой, растениями и урожаем, морем и солнцем и остальными людьми. Неизвестный автор апокрифа писал, что Адам вынес из Эдемского сада засушенные плоды от дерева власти и, умирая, передал их внуку Эносу. Так на земле появился род людей, ослушаться которых не в силах никто. Эта легенда так и осталась бы малоизвестным курьезом неканонической библеистики, если бы не недавнее открытие генетиков. Исследование Y-хромосомы 3500 представителей власть придержащих династий позволили выдвинуть сенсационную гипотезу. Существует уникальная внутриклеточная мутация на уровне ДНК, которой подвержены не более 4% населения Земли. Люди с подобной мутацией обладают повышенным влиянием на окружающих. Генетики сравнили это влияние с гипнотическим воздействием удава на кролика. Идеальные политики. Таким людям трудно перечить, их невозможно ослушаться. Они рождены повелевать, и в их случае это не метафора. Неужели пресловутый ген абсолютной власти найден? Но только ли случайный хромосомный сбой дает право одному человеку повелевать жизнями миллионов? Смотрите в документальном сериале «Магия власти», почему нелепый толстяк и пьяница Уинстон Черчилль стал самым влиятельным премьером в истории западной цивилизации. Харизма – это определенная энергетика, которая притягивает человека. А имена его более талантливых и более красноречивых однокурсников история даже не сохранила. Гены заряжают ружье, а внешняя среда стреляет. Чем властвующие представители человечества отличаются от обычных людей с точки зрения физиологии? Сочетание серотонина и тестостерона у этих людей довольно-таки высокое в крови. Почему во все века эти люди окружали себя носителями тайных знаний и артефактами, несущими сакральный смысл? Артефакты являются неким символом власти. Какие из древних артефактов власти работают на самом деле? И что упорно ищут американские солдаты, разрушая библиотеки древнего Каира, Вавилона и Ассирии? Кто властвует в Азии, тот властвует над всем миром. Почему свет клином сошелся на Сирии? Кому выгодна кровопролитная битва за Эдем? И почему именно с падением Дамаска болгарская провидица Ванга связывала начало апокалипсиса? Мир будет стоять, пока будет Сирия. Почему мировую историю снова начали переписывать? И кто готовит смену власти на земном шаре? Существует такой конгломерат людей, которые считают себя мировым правительством.
«Магия власти. Бегство из рая». Первая серия. Известно, что Адольф Гитлер обладал гипнотическим воздействием на людей. Магнетическим, как писали его современники. Причем эта сила была абсолютно незаметна, когда вождь Рейха молчал. Его, тихо сидящего в углу, часто не замечали даже охранники. Но стоило фюреру начать говорить, как неведомая сила заставляла окружающих вытягиваться по струнке. Ораторское искусство Гитлера, его постоянные выступления перед прессой, перед огромными аудиториями подвело. Боюсь сказать, что больше половины коммунистов стало активными нацистами. Совершенно иначе воздействовал на людей Уинстон Черчилль. Современники влиятельнейшего премьера за всю историю западной цивилизации вспоминали, что уже юный Черчилль, присутствуя на военных совещаниях, заставлял даже высших по званию людей нервничать и обращаться в речи исключительно к нему. И это при том, что сам будущий премьер шепелявил, заикался и, кстати, так и не получил престижного образования. Уинстон настолько плохо учился в начальной школе, занимая по успеваемости последнее место в классе, что родители не смогли его отдать в престижный Итон, который закончили все мужчины рода Мальборо. Но самые влиятельные выпускники Итона, которые, в отличие от Черчилля, в совершенстве владели точными науками, несколькими языками, дисциплиной и трезвостью духа, не могли сравниться с заикой и пьяницей Черчиллем в главном – удивительной силе воздействия на людей. Складываются некие обстоятельства, когда те качества, которые в человеке есть, они начинают быть очень востребованы. И вот тогда этот человек и берет власть в свои руки. Александр Македонский был низкорослым и тщедушным человеком. Жанна д'Арк страдала галлюцинациями. Владимир Ульянов принадлежал к числу замкнутых и неуверенных в себе людей. Закомплексованный провинциал из многодетной семьи Наполеон Бонапарт всю жизнь говорил по-французски с сильным акцентом. Чужеродность его итальянского происхождения прямо-таки бросалась в глаза. При этом он стал самым авторитетным лидером французской нации за всю ее историю. Наполеон сам говорил о том, что я стал, в общем-то, самым первым человеком во Франции не благодаря своим каким-то качествам, да, там, данным от природы. 10% – это дар, плюс 90% – это работоспособность. Домохозяйка Мэгги Тэтчер. Мелкий криминальный авторитет Иосиф Джугашвили. Выходец из бедной кенийской семьи Барак Обама, наконец. Все эти люди, казалось, не должны были стать лидерами ни в силу происхождения и образования, ни в силу природных качеств. Однако именно за ними пошли миллионы. Легенды о них вознесли до небес фанатичные последователи, и их имена вписаны в мировую историю золотыми буквами. Чего самого главного мы не знаем о феномене власти? Или прав был неизвестный автор древнего апокрифа, утверждавший, что в Эдемском саду до сих пор растет дерево, дающее силу власти любому, кто попробует его плоды? Ветхий Завет указывает местонахождение Эдема как будто точно. Но при внимательном изучении древнего текста кажется, что он сознательно зашифрован. Книга Бытия свидетельствует, что находился райский сад на востоке. Его орошала река, разделявшаяся на выходе из Эдема на четыре другие. Две из них, Фисон и Геон, незнакомые названия. Возможно, эти реки пересохли или изменились их имена. Зато другие две реки хорошо известны. Тигр и Евфрат. Библия дает еще одно указание на координаты Эдема – территория Ассирии, древней могущественной империи, куда входила вся Месопотамия, Палестина, Кипр, территории современных Египта, Ирака, Турции и Сирии. Долгое время считалось, что где-то там Эдем и находился, пока удивительное открытие археологов не позволило определить это место гораздо точнее. В Сирии есть могила Авеля. Поразительно, что никто не вспоминает о том, что Сирия – это место, где был убит Авель. Это фрагмент древнейших человеческих останков. Их возраст примерно 1 800 000 лет до нашей эры. Они были найдены на территории современной Сирии. Это прозвучит невероятно. Но сейчас археологи предполагают, именно в Сирии, в
сейчас ведутся активные военные действия, миллионы лет назад могла зародиться жизнь на Земле. Жаркий, влажный субтропический климат этих мест был идеален для возникновения белковой жизни и максимально похож на описанный в книге «Бытия» климат Эдема. Неужели именно на территории современной Сирии появился первый человек? Именно здесь, рядом с Тигром и Евфратом, находился легендарный Эдем, и росли три дерева. Древо жизни, древо добра и зла и легендарное древо власти. Самые древние находки, скажем, городских поселений, самые древние находки металлургических изделий, самые древние находки по тому же земледелию и так далее. Все сходится к региону, скажем так, Восточной Анатолии, который захватывает в том числе и частично и Сирию. Башар Асад, личность которой приковано сейчас внимание всего мира. Уникальный случай в мировой политике. Этот человек несколько лет фактически в одиночку противостоит одной из сильнейших армий мира. Еще недавно было очевидно, что шансов у него нет. Но режим Асада оказался единственным из всех арабских режимов, кто устоял перед революционным натиском. Я увидела первый раз Башара Асада в 2008 году. Нормальный, очень скромный, энергичный человек. Когда начались эти события, у меня не было уверенности, что характер Башара Асада приспособлен для такого жестокого испытания. Но в Сирии, видимо, все не так, как в другом мире. Маленькая страна, которую на карте мира не сразу найдешь. Не самый харизматичный, да, в общем, и не самый известный в мире политический лидер. Куда ярче был тот же полковник Каддафи, но и он не устоял. А Башар Асад по-прежнему у руля. Единственный из всех лидеров стран арабской весны, кто продержался так долго, держится до сих пор и непонятно, за счет чего. В нем произошло качественное изменение. Это человек, готовый к смерти, безусловно. И в нем осознана вот эта готовность, которая высшая форма мужества. История его карьеры также загадочна. Мало кто знает, что Асад, так же, как и его отец, выходец из древней мистической секты алавитов, которые захватили власть в Сирии в 60-е 20 века. Тогда алавиты впервые заявили о себе на международной арене. Потомки мусульман и первых крестоносцев жили на этих землях, начиная с 12 века, но никогда раньше не претендовали на власть. Считалось, что племя алавитов из поколения в поколение сохраняет уникальные знания, полученные Адамом еще в Эдемском саду. Эти знания, согласно преданию, записаны в священной книге алавитов, местонахождение которой известно лишь главе племени и его старшему сыну. В том числе, как гласит легенда, эта книга содержит ключ к абсолютной власти. Башар Асад по праву считается самым странным президентом из всех лидеров арабских государств. Врач-офтальмолог по образованию, человек тихий, интеллигентный и мягкий, единственный из всех ближневосточных правителей, у кого есть свой аккаунт в Твиттере. Именно с его приходом к власти сирийцам разрешили пользоваться интернетом и мобильными телефонами, что само по себе стало сенсацией. Первая леди Сирии совсем не похожа на бесправную восточную женщину. Асма Асад принципиально не носит хиджаб, обожает дизайнерскую одежду и часто появляется на публике в открытых платьях выше колен. Первая леди производит, конечно, фантастическое впечатление. Она очень милая. Она очень открытая, она потрясающе держится без всякого такого снобизма, без какой-то специальной наигрости, она очень естественная. Алавиты пришли к власти в результате военного переворота в 63-м году прошлого века и совершенно удивительным образом. Их поддерживало не более 10% населения страны. Шииты и сунниты, составлявшие в Сирии абсолютное большинство, считали алавитов-асадов еретиками. Несмотря на активное военное сопротивление суннитов, отец Башара Асада Хафиз помог своему другу, тоже алавиту, Салаху Джадиду, получить контроль над армией, отправить в отставку действующего президента и установить в стране однопартийную систему. Спустя 7 лет Хафиз Асад уже возглавлял страну сам. Отец Башара Асада в свое время совершил военный переворот. Ну, понятно, что он пришел к власти и подтянул своих, как говорится. Стремительный взлет Хафиза Асада многие восприняли как чудо.
Выходец из бедной многодетной крестьянской семьи, еле-еле получивший среднее образование к 40 годам, возглавил страну, на задворках которой родился. Асад – это, безусловно, частная проблема одной большой управленческой загадки. Совсем маленькую дольку мы оставим такого удачи, волшебства, везения, тайны. Почему все-таки эта политическая ситуация произошла? Интересно, что секта алавитов, которой принадлежит семья Асадов, самая малочисленная из всех религиозных конфессий Земли. На планете их не более 6 миллионов человек, и 5 из них живут на территории Сирии. Это самое закрытое и самое мистическое из всех течений ислама. Редкий в религиоведении случай. Алавиту разрешено под угрозой пыток формально принять другую религию, лишь бы он не выдал иноверцам даже крупицу тайных знаний, передаваемых из рода в род. Алавиту запрещено рассказывать вообще о тех таинствах, которые они проповедуют и используют в своих бытии. Доподлинно об алавитах известно немногое. Евангелие они признают наравне с Кораном, почитают Христа и христианских апостолов, празднуют Рождество и Пасху и даже причащаются. Существуют также отрывочные сведения о том, что алавиты делятся на тех, кто поклоняется свету, и тех, кто служит тьме. У них в мечетях нет никаких изображений. Ни Бога, ни пророков. Абсолютно ничего. Интересно, что одно из центральных мест вероучения алавитов занимает фигура ветхозаветного Адама. Алавиты верят, что Адам вынес из Эдемского сада 10 из 100 священных свитков, спрятав их под своими кожаными одеждами. Тексты, которые предшествовали Библии и Корану и содержали главные тайны мироздания. Именно эти тексты, как верят последователи древнего учения, и легли в основу священной книги алавитов, которая начинается со слов «Кто наш Господин, который создал нас, и местонахождение которой скрывается от непосвященных?» Если эта книга действительно существует, то сейчас она, по идее, должна принадлежать семье Асадов. Есть сведения о том, что у них есть особое священное писание. Оно недоступно для тех, кто не является алавитом. По легенде, орден алавитов основали крестоносцы, которые в 12 веке почему-то решили поселиться в Сирии. Что заставило рыцарей переселиться из Европы в пустынную страну, которая находилась под властью неверных? И больше того, объединиться в одно тайное общество со своими заклятыми врагами-мусульманами. Целью крестовых походов было не только освобождение Святой Земли. По всему Ближнему Востоку рыцари храма искали древние артефакты. Возможно, их поиски увенчались успехом, и своим потомкам-алавитам они оставили ключ к достижению абсолютной власти. Смотрите далее. Что на самом деле американцы ищут в Сирии? Кто властвует в Азии, тот властвует над всем миром. Откуда за 6000 лет до нашей эры ветхозаветный пророк Исаия знал, что в 21 веке Дамаск падет? Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развалин. И почему то же самое предсказывала Ванга? Мир будет стоять, покась, будет Сирия. Магия власти. Бегство из рая. Сразу после рекламы. Эдгар Битбунов, староста единственной в Москве ассирийской церкви, уверен, не только цивилизация. Сама жизнь зародилась именно в Сирии. События, описанные в ветхозаветной книге Бытия, происходили именно на территории современной Сирии. В Библии вообще есть упоминание о том, что создал Господь Адама и Еву и поселил их в Эдемском саду, что лежал в Ассирии. То есть фактически это такое упоминание того, что Эдемский сад лежал между речью Тигра и Ефрата. По легенде, первое сирийское государство основал один из сыновей Ноя, ковчег которого причалил к горе Арарат. И это еще не все удивительные совпадения. В начале 20 века археолог Леонард Вулей обнаружил древний шумерский город Урна. Ученый нашел сотни фундаментов, которые опирались на многометровый слой глины и ила. Эти осадочные породы в пустыне не могли возникнуть сами собой. Геологи подтвердили, много тысяч лет назад глину действительно принесла сюда вода. Возможно, это были воды всемирного потопа. Люди расселились в сирийской степи и унесли с собой предание о том, что когда-то на них разгневались боги и затопили их землю.
Арабский летописец первого века нашей эры Алишер ибн Сауд был уверен, что возраст Дамаска, столицы Сирии, надо отсчитывать от Адама и Евы, так как после изгнания из рая они поселились именно в этих местах. В своих рукописях он утверждал, стены Дамаска были первой каменной постройкой после Всемирного потопа, и именно в Сирии находится то единственное место на Земле, где до сих пор говорят на языке Христа, древнеарамейском. Небольшой городок Маалюля. Самые ожесточенные бои между повстанцами-суннитами и правительственными войсками Башара Асада здесь начались в августе 2013 года. По данным ООН, только потери военных с обеих сторон за два месяца составили около 3000 человек. Идут обстрелы христианских монастырей, в том числе такого уникального монастыря в городе Маалюля, монастырь Святой Феклы, который занесен в списки ЮНЕСКО. И вот его боевики обстреливали из минометов. Несколько монахов было убито. Но почему религиозные фанатики пытаются захватить этот маленький городок на юге страны, а войска правительства отчаянно защищают высоту, не имеющую ни малейшего стратегического значения? Что скрыто в древнем городе Маалюля? Это колыбель христианской цивилизации. Это невероятно высокий статус и огромное значение для нас, для всех. Потому что можно так сказать, что мы все вышли из Маалюля. Многие исследователи библейских текстов уверены, именно здесь, на территории Маалюли, когда-то и находился библейский сад Эдем. Именно отсюда, как верят алавиты, изгнанные из рая Адам и Ева вынесли под кожаными одеждами 10 священных свитков, первых текстов, хранящих ключевые тайны мироздания. Если эта территория будет осквернена и разрушена, разрушится и весь мир. Так говорят пророчества. Недаром, когда говорят о конце мира и о Третьей мировой войне, последней, это все как бы было предсказано в Библии. Этой уникальной рукописи более 3000 лет. Свитки с откровениями ветхозаветного пророка Исаии были обнаружены в пещерах Иудейской пустыни еще в первом веке до нашей эры. По легенде, Исаия родился в Иерусалиме в семье священника. Однажды в храме ему было видение. Бог на престоле и ангелы, окружавшие его. Вскоре после этого Исаия предсказал нападение на Иерусалим ассирийцев, болезнь иудейского царя Иезекии, падение Вавилона. Но его самое известное откровение – о рождении Мессии. В своих пророчествах Исаия часто упоминал Египет и Сирию. Удивительно, но написанные почти 3000 лет назад откровения в точности отражают сегодняшнюю ситуацию. «Я вооружу египтян против египтян, и они будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством». Современной сирийской столице Дамаску Исаия предрекал трагическое будущее. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. И останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине». Невероятно, но именно Сирия упоминается во многих пророчествах о конце света. В рукописях известного древнеримского философа Авла Гелия есть легенда о предсказаниях Сивилы Эритрейской, жившей в 7 веке до нашей эры. Предание гласит, что однажды к древнеримскому царю Тарквинию II пришла женщина и предложила купить у нее за баснословную сумму 9 книг предсказаний. Тарквиний велел прогнать ведьму. Тогда незнакомка бросила в огонь 3 книги и попросила за оставшиеся 6 ту же цену. Царь отказал. И тогда женщина сожгла еще 3 книги и вновь потребовала за оставшиеся 3 книги ту же сумму, что просила за 9. Заинтригованный царь купил таинственные рукописи. Позже выяснилось, что к Тарквинию приходила легендарная Сивила Эритрейская. Сивила Эритрейская – одна из самых известных пророчеств Древней Греции. По преданию, у нее в одной руке был меч, в другой – яблоко. Яблоко было непростое, волшебное, и в ту сторону, куда оно катилось, туда, значит, там была необходима ее помощь. Со временем пророчеств становилось все больше и больше, их пришлось записывать в книги. Тарквиний поручил жрецам растолковать магические тексты, которые впоследствии получат название книг Сивиллы. Удивительно, но в этих рукописях были предсказаны приход к власти Гая Юлия Цезаря и падение Римской империи.
А вот какое будущее Сивила Эритрийская напророчила Сирии. «Ныне же я по тебе, несчастная Сирия, плачу». Предсказание Сивилы Эритрейской – откровение великого пророка Исаии. Интересно, что нечто похожее предрекала и болгарская пророчица Ванга. Если падет Сирия, это станет началом Третьей мировой войны. Полвека назад пророчица сказала, что именно после событий в Сирии мир погрузится в хаос. Война будет повсюду, между всеми народами. Грядут тяжкие времена. Людей будет разделять их вера. Спрашивают меня, когда это случится, скоро ли? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Но почему США любой ценой стремятся установить контроль над Сирией? Что они ищут в Сирии? И что представляет для них такую большую ценность, ради которой и Третью мировую войну развязать не жаль? Война в Сирии, война вообще на Ближнем Востоке, она очень сильно связана с газом. Сейчас через Сирию намечено проводить, во всяком случае существуют проекты сразу трех достаточно мощных газопроводов. Война в Сирии носит характер войны за вот эти транзитные коридоры. Однако риск Третьей мировой – не слишком ли высокая цена за скидку на газ? Даже Збигнев Бжезинский, автор плана по развалу СССР, знаменитый военный идеолог США, сейчас во всеуслышание заявляет, что лезть в Сирию – это глупость. В сирийскую оппозицию, которую поддерживают Штаты, сейчас входят группировки радикальных исламистов со всего Ближнего Востока, в том числе террористические. Менять светского Асада на застарелых врагов США – идея, мягко говоря, плохая, говорит Бжезинский. Барак Обама рискует поджечь весь регион и получить новую объединенную Аль-Каиду, рядом с которой покойный Усама бен Ладен покажется Санта-Клаусом. В интервью изданию The National Interest Бжезинский заявил: «Я до сих пор не понимаю, почему мы вообще решили, что Асад должен уйти». Увидели, система политическая увидела, что Асад может стать им лидером. Повторяю, система не решает, плохим или хорошим, вот это очень важно понять. Хорошим, как бы, правильно ли сейчас себя ведет Асад или неправильно, вот эта система уже не интересует. Американские военные аналитики завалили Госдеп призывами отказаться от агрессии в отношении Сирии. Бывший известный аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн опубликовал открытое письмо Бараку Обаме, в котором утверждает: данные о применении войсками Асада химического оружия грубо фальсифицированы. По итогам вторжения в Сирию в лучшем случае американцы потеряют контроль над регионом, а в худшем погубят и себя, и весь мир. В Сенате Соединенных Штатов и в Палате представителей большинство парламентариев выступили против нанесения военного удара. В Англии парламент проголосовал против, и Кэмерон отказался от поддержки военного удара. Но что, если подлинные цели сирийской операции от широкой общественности скрывают? И американцы рвутся в эту страну не только из-за дешевых цен на газ. И не только потому, что в Дамаске находится единственная российская военная база на Ближнем Востоке, а потому, что именно в песках Сирии скрыт универсальный ключ к мировому господству. За славу люди отдают самое дорогое, что есть у человека, свою душу. Смотрите далее. Что такое ключ абсолютной власти? Чем выше человек поднимается как руководитель, тем больше он понимает, что он управляет чем-то невидимым. Правда ли, что Фидель Кастро является высшим магом культа Вуду? Жрецы этой религии, считается, взяли Фиделя под покровительство. Какие тайные знания хранит семья Башара Асада и секта алавитов, к которой они принадлежат? Они свои учения стараются держать при себе и, так сказать, внешним, непосвященным о нем не рассказывать. Что помогает членам этого небольшого сообщества удерживать власть уже 40 лет? Есть достаточно много эзотерических обрядов. Что такое золотые щиты Давида и какой древний артефакт передается в Сирии из поколения в поколение? Золотые щиты в Писании в связи с историей Давида. Здесь можно говорить именно как о неких атрибутах власти. Смотрите сразу после рекламы. Магия власти. Бегство из рая. Личность, овеянная самыми невероятными легендами. Ему 87, и его называют непотопляемым в прямом и переносном смысле. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса как политик, на жизнь которого покушались 637 раз, и все эти 637 раз неудачно. Одно планировалось
намазать ему туфли изнутри солями талия. И вторая, что ему должны были подарить сигары с ядом. Но агент, который должен был это сделать, он раскаялся и дался органам безопасности Кубы. В 60-е его убивали при помощи новейших на тот момент спецсредств – отравленных шариковых ручек и взрывающихся сигар. В 70-е в дело пошли женщины. Подкупленные любовницы Фиделя пытались подсыпать ему яд, но всегда путали тюбики, либо травились сами. В 80-е в него стреляли снайперы, но почему-то всегда промахивались. В 90-е охрана Фиделя Кастро вылавливала из личной почты вождя конверты с сибирской язвой и радиоактивными метками. В 2000-е под трибуны, с которых он должен был выступать, закладывали взрывчатку. Но легендарные команданты, герой Советского Союза Фидель Кастро по-прежнему жив. И после каждого очередного слуха о своей смерти торжествующе демонстрирует публике свои неизменные бороду, сигару и широкую испанскую улыбку. Фиделя защищает вся Куба. Ведь многие попытки срывались в последний момент, когда сами жители Кубы находили прячущегося там снайпера, да, обезвреживали его. То есть реально Фидель находится под защитой всего острова Свободы. Любому политику хватило бы и одного, максимум двух таких покушений. Тем более, что большую их часть организовывала ЦРУ. В архиве Конгресса США хранится вот эта любопытнейшая записка конца 70-х, красноречиво говорящая о том, что организаторов устранения Фиделя в какой-то момент охватило отчаяние. Все остальное не важно. Не жалеть ни денег, ни времени, ни людских ресурсов. Можно всех политических лидеров разделить на удачливых и неудачливых. И вот как раз Фидель Кастро, это как раз харизматик с удачливым решением, с удачной жизнью политической, и это его бережет. Биографы Кастро уверяют, его всегда как будто что-то отводило от беды. Каждый раз в последний момент происходила некая непредвиденная случайность, и тщательно спланированное покушение срывалось. Это действительно, скажем так, какое-то феноменальное везение. Вот это феноменальное везение, конечно, и пытаются объяснить действием какой-то особой силы. Интересно, что на Кубе, где по-прежнему живет и здравствует непотопляемые команданты, чрезвычайно популярна сантерия – разновидность магического культа вуду, который завезли сюда колонисты вместе с африканскими рабами в 17 веке. Африканцев на Кубе насильно обращали в католицизм, но невольники продолжали втайне культивировать вуду, маскируя этот культ под христианские обряды. Сантерия – это смесь африканских верований племени Йоруба, считается, могут выходить из тела там, и так далее. И вот племя Йоруба, африканское, наиболее близко к потусторонним силам. И рабы из этого племени работали на Кубе. Их потомки вот эту религию основали. Так появились сантеро, маги культа вуду, по сути колдуны. Ни католицизм, ни впоследствии коммунизм не смогли полностью выжать их с острова Свободы. До сих пор на Кубе к колдуну ходят как к участковому врачу, даже чиновники и полицейские. Интересно, что ярый атеист Фидель Кастро, всегда боровшийся с католицизмом и даже преданный за это Ватиканом анафеме, никогда не преследовал адептов вуду. На Кубе многие считают, Фидель Кастро сам один из высших сантеро. Коммунистический лидер Кубы Фидель Кастро вот с этой религией сантерии имеет, ну, самую прямую связь. Семейное предание рода Кастро гласит, когда Фиделю было всего 6, он тяжело заболел малярией. Мать в слезах проводила ночью у постели мальчика, находящегося без сознания, и в приступе отчаяния поклялась посвятить сына Аягуни, верховному богу всех сантеро. Мальчик выжил, и матери пришлось выполнить обещание. Придя к власти, Кастро заявил, что революции покровительствуют Ариша, то есть боги сантерии. Совпадение или нет, но черный и красный цвета, взятые им в качестве символических, являются символами Элегбы, бога судьбы в сантерии, которому дано открывать и закрывать врата счастья и невзгод. Чересчур внимательные исследователи вот этих кубинских дел, они даже обращают внимание, что красно-черные такие вот тона знамен кубинской революции, они тоже связаны напрямую
световой гаммой вот этого культа. Так или иначе, но магические врата счастья действительно как будто были открыты для команданта всегда. Военный переворот он, как известно из учебников, осуществил 7 винтовками и потратил на это 1 месяц. За свою длинную жизнь он пережил 6 президентов Америки и 6 лидеров СССР. В 80-х он перенес инсульт и поправился. В 90-х ему поставили диагноз рак, но и это скоро прошло у «Железного Фиделя». Существует легенда, что он был закодирован на одно из воплощений вот этого главного бога этой религии, на воина. То есть он стал великим воином, которого не берут ни пули. Ведь Фиделя, несмотря на все эти попытки покушений, за все время не упал ни один волос с головы. И его всегда сопровождает помощница, некто Селия Санчес по кличке Ядовитая. Местные знают и не удивляются. Это нормальное явление в Сантерии. Личная ведьма, которая защищает хозяина от сглаза и всегда проверяет его одежду, не подложил ли кто заколдованный предмет. И в 2008 году, когда один из жрецов этой религии прошел в парламент официально Кубы, Национальную ассамблею, тогда было официально они признали, что боги религии взяли Фиделя под свою защиту и желают ему здоровья и молятся постоянно за него. Согласно некоторым данным, ЦРУ в конце концов решила прибегнуть к нестандартным методам воздействия на Железного Фиделя. Уволенный аналитик ЦРУ Ричард Нельсон сообщил об этом газете «Сан» в 2005 году. «Мы подумали, нельзя ли выбить клин клином, и в рамках исследовательской работы по феномену Вуду попросили специалистов посмотреть, нельзя ли воздействовать на мистера Кастро дистанционно». Случайно или нет, но вскоре после этого интервью в 2006-м Кастро был впервые надолго госпитализирован с желудочным кровотечением. Он передал всю власть в стране своему брату Раулю. Весь мир ждал смерти Железного Команданта и опять не дождался. Фидель Кастро такой. Почему он такой? Что с ним такое случилось? Повторяю, уникальность, которую просто нужно описывать как уникальность. Фидель Кастро, потому что это харизматичный, сильный, уникально сложившийся лидер с уникально сложившейся и системой наследственной, и системой... В чем секрет Фиделя Кастро? Чем обеспечена его таинственная сила и власть, которые так и не удалось у него никому отобрать? Правда ли, что он посвящен в секреты магии Вуду или дело в чем-то другом? Приход к власти Башара Асада – большая загадка современной политологии. Слишком много необъяснимых, почти мистических случайностей стали причиной того, что во главе одной из древнейших на Земле стран оказался человек, который никогда не стремился стать правителем. Башар никогда не был официальным преемником своего отца, президента Хафиза Асада. Преемником был его брат Басель, старший сын в семье. Золотой Витязь, надежда Сирии, так окрестила Баселя Асада сирийская пресса. Басель стал настоящим кумиром. Еще бы! Красавец, бригадный командир республиканской гвардии, доктор политических наук, глава олимпийской сборной Сирии по конному спорту. Башар лишь жил в тени своего блестящего брата. Закончил медицинский институт, начал работать врачом-офтальмологом в больнице в пригороде Дамаска, а потом и вовсе под чужой фамилией уехал на стажировку в Англию, где и собирался остаться. Это человек, так скажем, другого плана, более светского и более, так скажем, гражданского, чем его брат. Но в один миг все изменилось. Утром 21 января 1994 года по дороге в международный аэропорт Дамаска Басель Асад погиб в автокатастрофе. Объезжая дорожное ограждение, он не справился с управлением. В президентских покоях шептались, гибель будущего лидера нации не может быть просто несчастным случаем. Басель был профессиональным гонщиком, ездил по этому маршруту 100 раз и не путал право и лево. Он не употреблял наркотики и точно не был пьян. Полицейская экспертиза это подтвердила. Неужели кто-то мог воздействовать на профессионального гонщика на расстоянии, заставив его врезаться в скалу?
В Сирии, да далеко не все считают, что это был трагический случай. Некоторые считают, что это был теракт, что его сознательно убили, чтобы ослабить Сирию. Уже на следующее утро Башара Асада, которого многие считали неспособным управлять страной, провозглашают новым наследником и будущим лидером Сирии. Для того, чтобы Башар Асад стал президентом, сирийскому парламенту срочно пришлось менять конституцию, снизив минимальный возраст кандидатов в президенты с 40 до 34 лет. Именно столько было Башару в 2000 году, когда умер его отец. Башар Асад является одним из богатейших людей мира. По оценкам экспертов, только личное состояние президента Сирии составляет 1,5 миллиарда долларов, а доход его семьи превышает 122 миллиарда. Это больше половины бюджета всей Сирии. Недавно на аукционе в Лондоне жена Башара Асада Асма потратила 260 тысяч фунтов на покупку мебели для загородного дома. Как крестьянская многодетная семья сколотила огромное состояние? Это родовое гнездо Асадов, небольшое лавитское село Кардаха в провинции Латакия. Уличный музыкант прославляет орла Сирии Хафиза Аль-Асада, который дал своему народу другого орла – Башара. Еще несколько месяцев назад здесь шли ожесточенные бои. Мятежники смогли захватить около десятка небольших селений, но главной их целью была именно Кардаха. Правительственным войскам с трудом удалось удержать этот небольшой плацдарм. Эти земли не зря называют сердцем режима Асада. В Сирии нет места, где Башар Асад был бы популярнее. Это здание, с виду напоминающее храм, и есть главная цель повстанцев, штурмующих маленькое село. Святая святых Кардахи. Мавзолей, где покоится вождь сирийского народа Хафиз Асад и его сын Басель. Посторонних, а тем более журналистов, сюда не пускают. Это особо охраняемый объект. Но для корреспондентов нашей программы сделали исключение. Посмотрите, этой гробнице уже 200 лет. Они раньше даже букву не так использовали. Это гробница шейха Али Аль-Хейра. Алавиты почитали своего предводителя как мудреца, провидца и талантливого врачевателя. 200 лет назад на этом месте была резиденция шейха. И по преданию именно здесь долгое время хранилась священная книга алавитов «Китаб Аль-Маджму». Пусть отстанут от нас и сирийцы между собой разберутся. Я надеюсь на то, что победа обязательно будет и будет уже скоро. Смотрите после рекламы, что такое магический атрибут власти и в чьих он руках. Таких артефактов мы нашли по миру уже достаточно много. И где сейчас хранятся золотые щиты царя Давида, могущественный артефакт, дарующий власть и богатство. Он вернул их обратно на место Вавилона. Впереди все, что вам и не снилось. Не переключайтесь. Удивительно, но вся история Сирии буквально пропитана мистикой власти. На протяжении многих тысяч лет эта страна как магнит притягивала будущих правителей. Ведь настоящая слава к королям и императорам приходила именно после покорения Сирии. Именно здесь, во время знаменитой битвы при Иссе, Александр Македонский нанес поражение персидскому царю Дарию, а потом подчинил себе половину мира. В Сирии очень много вот того, что пришло из прошлого. Цивилизации очень древние, которые там находятся. И, по-видимому, наверное, там какая-то мистика может быть. С захвата Дамаска началось восхождение к вершинам могущества рыцарей-крестоносцев, будущих тамплиеров. Наполеон, который вторгся в Сирию во время египетского похода, впоследствии стал императором Европы. Осенью 42 года эту ближневосточную страну занимают союзники, а уже в феврале немцев выбивают из Сталинграда. И во Второй мировой войне происходит перелом. Такое ощущение, что в Сирии скрыто нечто, дарующее победу. Царь Давид. Ключевая фигура Ветхого Завета. Простой пастух, ставший великим царем. Гениальный полководец, который занял неприступный Иерусалим. Покорил 5 филистимлянских царств. Моловитянское царство и, наконец, отправился в свой главный поход против Ассирии. Ассирийский царь Адраазар вышел против Давида с огромным войском, но Давид напал первым и одержал победу.
В качестве выкупа Адраазар предложил Давиду 1000 колесниц с золотом, 7000 всадников и 20000 рабов. Но Давид отказался от всего этого и потребовал лишь 10 золотых щитов, которые украшали тронный зал ассирийского царя. Так гласит легенда. «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим, и хранил Господь Давида везде, куда бы он ни ходил». Вторая книга царств. Золотой щит, который имеет определенную символику, который имеет определенное значение, наверное, это то же самое, что, я не знаю, отобрать там генеральские погоны с золотым шитьем. Сами по себе они имеют ценность, безусловно, но то, что ты пленил генерала, это как бы неимоверно добавляет стоимости, да, ценности. Согласно преданию, получив щиты, Давид построил для них специальное хранилище. Скинию из чистого золота в форме куба идеально правильной формы. Интересно, что после обретения таинственных артефактов иудейский царь не потерпел ни одного поражения. Объединил все израильские племена в единое государство и правил им 40 лет. Перед смертью Давид передал 10 золотых щитов своему любимому сыну Соломону, во времена правления которого Израиль достиг пика своего богатства и могущества. В то время, когда щиты находились в Иерусалиме, мы знаем, что израильское государство достигло расцвета. Все подвластные народы ежегодно приносили царю Соломону золото весом в 666 талантов. Вот откуда эта мистическая цифра взялась. Внук Давида Равоам не поверил в магическую силу золотых щитов. Он приказал убрать артефакты из скинии и поместить в свою сокровищницу к остальным трофеям, за что жестоко поплатился. Через 3 года после начала правления Равоама государство Израилево завоевал фараон Шишонг I. Правитель Египта знал цену древним артефактам и вывез золотые щиты в свою столицу Бубастис. Если мы говорим о золотых щитах, понятно, что это сугубо символические предметы, которые в бою, разумеется, никогда не использовались. Они могли использоваться, я не знаю, в каких-то церемониях. Историки уверены, таинственные артефакты сохранились до наших дней. До середины 20 века они находились в Египте. А в 60-е священные предметы были возвращены на свою историческую родину – в Дамаск. Как раз перед тем, как к власти в стране пришли алавиты. Все века правители охотились за артефактами, которые, по легенде, могли наделить человека силой и властью. Это одна из главных реликвий Ватикана. Копье, которым стражник пронзил тело Иисуса Христа. Оно получило название по имени убийцы – копье Лонгина. Легендарное оружие побывало в руках у римского императора Константина Великого, варвара Барбароссы, вождя гуннов Аттилы. Копье стало настоящей манией Гитлера. Многие считают, что именно из-за копья судьбы германские национал-социалисты в 1938 году объявили войну Австрии. Гитлер верил, артефакт нельзя купить или выменять, его нужно непременно захватить силой. Именно после победоносного австрийского вторжения неказистый, заикающийся ефрейтор развил свой главный дар – дар красноречия. Достаточно ничтожный человек приобрел такую вот разрушительную власть над людьми. Так могут ли все-таки предметы материального мира даровать обычному человеку магию власти? Несмотря на истовую веру политических вождей в силу древних артефактов, копье Лонгина не помогло Гитлеру захватить весь мир. Перстень орла не спас Александра Македонского от эпидемии желтой лихорадки, а черная диадема, которую, по легенде, носил под своей треуголкой Наполеон, не принесла ему победы при Ватерлоу. Когда мы говорим о власти, надо в первую очередь понять, что является источником власти. Ведь источником власти не может быть железка, пусть даже золотая, пусть даже дорогая. Так что же на самом деле гарантирует человеку могущество и власть? Что дает право и способность повелевать миллионами? Смотрите во второй серии. Результаты сенсационных исследований доказали, ген власти существует. Лидерство, власть, модель поведения человека, она генетически обусловлена. Как искусственно создают успешных президентов? Кто штампует королей и спешек? И как отличить настоящего правителя от мнимого? Были раскрыты
истоки человеческих способностей. И тайна самого загадочного правителя Руси. Кем на самом деле был легендарный Рюрик и почему он пришел из Северного Китая? Результаты этих исследований – один из самых охраняемых секретов американского правительства. Официальная цель проекта, в котором участвовали лучшие генетики страны – расшифровка генома человека. Но руководитель проекта, сотрудник секретной лаборатории, польский генетик Анджей Байер, в 2010 году сообщил журналистам о сенсационной цели исследования. Около 2 миллиардов долларов было выделено для изучения генетического материала русских князей. Ученые изучали ДНК аристократов, предки которых эмигрировали из России в начале 20 века. При этом, как утверждал Байер, генетиков интересовали далеко не все дворянские фамилии. Американские ученые искали потомков самой загадочной династии, представителей рода Рюриковичей. Но кто финансировал эти исследования? И почему их результаты не были опубликованы? Что искали генетики в ДНК русских князей? Эксперты уверены, миллиарды долларов были потрачены не зря. Американцы пытались выделить ген, который определяет не только судьбу одного человека, но и историю всего человечества. Так называемый ген власти. Смотрите во второй серии документального проекта «Магия власти». Существует ли на самом деле ген власти и можно ли искусственно создавать королей и президентов? Создать лидера весьма-весьма легко. Кто составляет царский список и почему древние шумеры верили, что имена всех будущих правителей записаны в небесной книге? У древнего человека психология восприятия духовного мира была совершенно иной. Сенсационная правда о Рюрике. Как никому неизвестный воин стал правителем всех русских княжеств? Был он ни много ни мало, как царем всей Руси. Зачем американцы ищут наследников Рюрика по всему миру? Имели цель определения фигуры монархов. И что общего у Владимира Мономаха, Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта, Александра Дюма и Джорджа Буша? Лидерство – это всегда агрессия. Идеальная формула власти. Каким образом с помощью 12 человек подчинить себе 12 миллионов? Этот человек подчиняется тебе, ему подчиняется еще 2 миллиона. Впервые мы раскроем все секреты современных политтехнологов и расскажем, как превратить дворника в президента. Дворник дядя Вася сможет повести толпу, если с ним поработать правильным образом. Магия власти. Посох Рюрика. Вторая серия. В 2010 году американские генетики исследовали Y-хромосому, неизменяемую хромосому, передающуюся по мужской линии, русских князей. Всех, кто ведет свою родословную от легендарных Рюриковичей. Результаты исследования стали сенсацией. У большинства испытуемых была выявлена гаплогруппа N1C. Весь наш генетический материал, который определяет наши различные признаки, собран в 23 хромосомы. В каждой клетке есть определенный набор хромосом. Либо диплоидный, либо гаплоидный. Вот в половых клетках это гаплоидный, то есть одинарный набор хромосом. А в обычных соматических клетках он двойной. Иными словами, выяснилось, что данный генотип возник в результате мутации около 12 тысяч лет назад на территории современного Северного Китая. А это значит, что именно оттуда пришел загадочный Рюрик, чьими потомками, кстати, помимо россов, стали все современные монархи Европы и несколько американских президентов. Джордж Вашингтон, Теодор Рузвельт, Джордж Буш, а также Уинстон Черчилль, Симон Боливар, кардинал Ришелье, Отто фон Бисмарк и многие другие. Многие исследователи допускают, что именно в крови Рюрика кроется искомый ген абсолютной власти. Первые две группы Рюрика, генетические группы, это гаплогруппа R. Третья
группа, которая притягивает тоже к Рюрику, это гаплогруппа N. Она ведет свои корни из Китая. Интересно, что в истории полностью отсутствуют сведения о происхождении Рюрика и племени, к которому он мог принадлежать. Он как будто возник ниоткуда. Кто был этот человек, одним своим появлением прекративший междоусобицы, объединивший десятки разрозненных племен и в одночасье основавший огромное государство? Почему, согласно легенде, славяне попросили чужого воина прийти управлять ими? Чем же таким обладали Рюрик с братьями Труваром и Синеусом, что гордые племена решили добровольно пойти в подчинение? Феномен власти – одна из главных загадок человечества. Что дает одному человеку возможность и право управлять миллионами? В каких тайных академиях этому учат? И существуют ли вообще такие академии? Власть, и мне кажется, что есть что-то высшее, наверное, да, метафизическое, то, что подвигает человека и дает ему энергию. Интересно, что первые мифы о власти возникли на территории современных Сирии и Ирака. В древнем царстве Шумера и Аккада позднее эта территория стала называться Вавилонией. Согласно шумерским, а затем и вавилонским верованиям, миром правят три верховных бога. Бог неба Ану, его сын бог ветра Инлиль и его брат бог земли Энки. Их окружал совет из 12 великих богов, определяющих судьбы всего на свете. Идея была в том, чтобы доказать правомерность такого распределения ролей, что я наверху, а вы ниже. И чтобы это доказать, конечно, самым удобным рычагом была мысль о божестве, что так устроил Бог. В древнем царстве Шумера и Аккада верили, что существуют специальные, составленные богами таблицы судеб, которые определяют всю мировую историю и судьбу каждого отдельного человека. В эти таблицы вписаны имена всех прошлых, настоящих и будущих правителей Земли. Аккадцы верили, что как только бог песцов Набу заносит имя конкретного человека в свой небесный текст, тот сразу же получает сверхъестественный дар власти над другими людьми. Но как боги определяли, кого из смертных вписывать в таблицу в качестве правителя? Есть природные задатки и есть условия, в которых эти природные задатки будут погружены. Произойдет взаимодействие – это идеальная конструкция лидера. Барельефы и печати старовавилонского периода часто изображают вот такие сцены. Служебное божество ведет человека к верховному богу для определения ему судьбы. Верховный бог внимательно смотрит на человека, видит его душу и определяет, может ли он стать героем, властвовать над другими или ему лучше остаться тем, кто он есть, то есть простым смертным. Именно так, верили в Вавилоне, появились первые герои, и именно так получили власть первые цари. Но что именно видели верховные боги в душе каждого человека? Почему одним они даровали право на власть, а других отправляли во свояси? Откуда берется дар повелевать миллионами, и что такое пресловутая харизма? Харизма – это определенная энергетика, которая притягивает человека. Бывает так, что мы общаемся с человеком и чувствуем, некую тягу, что ли, к нему, либо некое уважение. Политик Максим Мищенко убежден, власть – это в основном технологии. Если их умело использовать, правителя можно сделать практически из кого угодно. Максим раскрывает один из секретов успешной карьеры во власти. Политика должны любить, ругать, критиковать, ненавидеть. Главное, чтобы не было равнодушных. Компромат, негативные отзывы, даже ненависть – все это в конечном счете работает на правителя. Говорят, что чтобы воспитать звезду, необходимо собрать людей, дать им денег, чтобы они хвалили эту звезду, и собрать людей, дать им денег, чтобы они ругали эту звезду. И вот на разности потенциалов и появляется эта звезда. Но самый главный секрет – это способность не бояться больших человеческих масс и говорить с ними. Если человек не боится толпы, успех в политике ему обеспечен. Все остальное – опять же технологии. Например, так называемый «секрет 12». Его использовал даже Адольф Гитлер, гений уличного митинга. Известно, что если лидер расставит в толпе по одному своему помощнику на каждую дюжину митингующих, он получит толпу целиком. Эти люди выполняют очень простые вещи. Они ловят каждое слово лидера,
они реагируют на него, они хлопают, первыми начинают хлопать, они первыми начинают улюлюкать. Они готовы в случае необходимости нейтрализовать человека, который пытается высказать альтернативное мнение. Недаром и число присяжных поверенных именно 12. Любимый писатель Гитлера, социолог Гюстав Лебон, утверждал, что 12 – это именно то количество людей, которому легче поддаться влиянию чувств, чем прислушаться к голосу разума. Адвокату совсем не обязательно убеждать в своей правоте всех присяжных. Достаточно убедить только одного, неформального лидера, которому они доверяют, и дело в шляпе. Но почему именно дюжина? Универсальное число правления. Интересно, что этой цифре человечество придает особое значение всю свою историю. 12 апостолов Христа, 12 колен Израилевых, 12 хлебов клал на жертвенник ветхозаветный первосвященник, 12 подвигов возвели на Олимп древнегреческого Геракла, и даже Будда совершил 12 деяний, которые и привели его к нирване. Эта иерархия лидерства, она же как очень интересная. 12 подчинив, ему нужно те же 12 подчинить в любой другой ситуации. Неважно, за 12 будет сколько миллионов. Первые дружины на Руси состояли из 12 человек. Самый смелый из них становился лидером. Впоследствии эти лидеры и стали называться князьями. Серию скандальных экспериментов провела по этому поводу группа датских социологов в начале 20 века. Эти эксперименты позже получили название «эффекта 12». Оказалось, что если оставить 12 человек на необитаемом острове в первобытных условиях и вернуться за ними через месяц, в 9 случаях из 10 экспериментаторы увидят одну и ту же картину. Один из 12 станет лидером. Один будет убит, либо отвержен от коллектива за предательство и попытку отнять у лидера власть. Двое или трое из 12 станут искренними фанатами лидера и потому его самыми доверенными лицами. Остальные полностью подчинятся. Но многие сделают это неохотно, лишь потому, что боятся быть не как все. Это, кстати, и есть главный секрет управления толпой, которым пользовались все величайшие лидеры в истории человечества. Энергия толпы – это самый большой наркотик, который существует на планете. Почему, говорят, власть – наркотик? Эмоцию, внимание, согласие, либо несогласие. А главное, чтобы не было равнодушия. Этот любопытный миф сохранился в древнескандинавском эпосе. Страшный дракон терроризировал земли викингов. Монстр жил в глубокой пещере, заполненной золотом и драгоценными камнями. Многие славные рыцари проникали в эту пещеру с мечом, но ни один из них не вернулся. Однажды очередной воин отправился в северные земли, намереваясь убить дракона. За ним увязался слуга, маленький мальчик, на глазах которого развернулись невероятные события. Мальчик видел, как его хозяин легко убил дракона, отрубив ему голову. Как двинулся вглубь пещеры, на ходу расправляя суму и дивясь окружающему его богатству. Как рыцарь опустился на колени, набивая сумку золотом и драгоценностями. Как он увлекся и начал играть с драгоценностями, лаская их и пропуская сквозь пальцы. А потом мальчик с ужасом увидел, как руки его хозяина начали вытягиваться и покрываться чешуей, как на спине вырастал черный драконий гребень, а знакомое лицо искажалось оскалом чудовища. В ужасе маленький слуга бежал из пещеры, понимая, почему никто из рыцарей до сих пор не вернулся, а дракон по-прежнему оставался на своем посту. Вот так, в виде огнедышащего змея на перепончатых крыльях, древние славяне изображали одного из своих верховных богов – Велеса, хозяина загробного мира, по легенде, обитающего в подземелье, на Руси боялись и почитали. Современные лингвисты установили, что имя Велеса восходит к древнейшему корню «вет», что значит «мертвый». Но поскольку с миром мертвых связывались представления о магической силе, обладатель которой подчиняет себе людей, то этот же корень означает «могущество» и встречается в словах «власть», «велеть», «владеть», «великий». Божество Велес считается родственным для многих славянских народов, исходя из мифов, из корневых понятий мифотворчества славян. А это еще один бог древних славян – Перун, что значит «правитель». Бог грома и молнии считался самым кровожадным в языческом пантеоне. Перед храмом Перуна горел огонь, который жрецы поддерживали непрерывно.
Раз в месяц Перуну приносили кровавые жертвы. Имя этого божества имеет один корень со словами «правитель» и «правда». Удивительно, но легенды гласят, что Велес и Перун никогда не встречались. Почему же бог, наделявший людей властью в мифологии, никогда не пересекается с понятием правды? Неужели северные народы считали, что власть – это зло? Смотрите сразу после рекламы. Результаты сенсационных исследований доказали – ген власти существует. Он не расшифровывается. Это название, которое ему дали – это ген лидерства RS-4950. Зачем США тратят огромные деньги на генетические исследования предка русских царей? Исследования в этом направлении очень актуальны. Вся правда о первом предводителе славян. Почему в крови потомков Рюрика обнаружили китайский след? У него те же самые характеристики, если вы сравните Рюрика, например, и китайского персонажа. Какой секрет знали все величайшие лидеры в истории человечества? Маленькая тайна всегда остается, потому что это, знаете, уже из области такого сакрального. Как управлять толпой и манипулировать общественным сознанием. Толпа и лидер становятся единым целым. Магия власти. Посох Рюрика. Вторая серия. Магия власти. Посох Рюрика. Вторая серия. Князь Рюрик – самая загадочная фигура русской истории. Мало кто знает, откуда пришел основатель первого славянского государства. По официальной версии, дружина Рюрика – это скандинавы, которых пригласили представители новгородской знати. То есть Рюрик был первым кризисным менеджером, которому платили за грамотное управление городом. Пришел Рюрик с варягами. Под варягами понимались скандинавы. Вот с этой дружиной. Непонятно, зачем он пришел, создал Изборск. Ну, так сказать, вроде как первую государственность. Но вот загадка. Буквально за 3 года до так называемого призвания варягов новгородцы воевали с родственниками Рюрика. В летописях есть упоминание о битвах со шведскими и нормандскими воинами, которые пытались захватить славянские земли. В северном диалекте старорусского языка слова «враг» и «варяг» — это синонимы. Так наши предки называли бандитов, которые грабили поселения славян. Почему же новгородцы сами позвали врага на царство? Рюрика позвали именно теми словами, то есть «приди к нам на царство, у нас на царство порядка нет». Что заставило славянских правителей признать власть человека, который принадлежал к враждебному племени? Историк Ярослав Кеслер многие годы ищет предков того самого Рюрика. Ученый хочет знать, кем был этот князь до того, как стал правителем Руси. Профессор говорит, ни в скандинавских, ни в русских источниках нет достоверных данных о Рюрике и его братьях, которые вместе с ним прибыли в Новгород. Кеслер пришел к парадоксальному выводу. Князь Рюрик – это вымышленный персонаж. Рюрик, Синеус, Трувор – вовсе не имена реальных людей. 3 брата, пришедшие на Русь. Рюрик, Синеус и Тревор. Или Трувор. Вот если по латыни это напишем, это что будет означать? Новый правитель, новый строитель. Рео Рекс, Новус Трувор. Новус Трувор – это новый строитель. Знаменитая повесть временных лет говорит, что Рюрик пришел на Русь со своей дружиной. Однако войска князя не захватывали города. Вся знать по какой-то загадочной причине вдруг решила отказаться от власти добровольно. Академик Андрей Тюняев – один из тех, кто не верит в чудеса. Скорее, в ловкость рук тех, кто составлял письменные источники. Первая летопись, в которой упоминается Рюрик, возникла через 200 лет после смерти легендарного правителя. За это время биографию князя основательно подредактировали. По повести временных лет уже защищено несколько диссертаций, которые показывают, что это не исторический документ, а сказка, которая списана с греческих источников. Поменены только сюжеты. И вот на этом, так скажем, псевдоисточнике построена русская история, которая не имеет ничего общего с реальной действительностью. Летописи редактировались на протяжении нескольких веков. Филологи знают, что каждый переписчик мог убрать из текста лишние, на его взгляд, факты или внести в рукопись свои дополнения. Но средневековые редакторы все же пропустили одну деталь, которая может открыть тайну Рюрика.
Древние тексты говорят, что в бою Рюрик был лют и оберуч, то есть беспощаден и двуручен. Так описывали человека, который сражался сразу двумя мечами. Удивительно, но такая техника боя в Европе возникнет лишь через 300 лет после смерти Рюрика. Ее не существовало ни у славян, ни у южных народов, с которыми славяне торговали. Двумя клинками сразу могли орудовать в то время лишь воины одного государства на земле – Древнего Китая. В 2010 году Анджей Байер, один из сотрудников секретной лаборатории проекта Рюрикид Династи DNA Project, опубликовал сенсационные результаты исследований ДНК рода Рюриков. Джордж Вашингтон, кардинал Ришелье, Уинстон Черчилль, Симон Боливар, Отто фон Бисмарк, Питер Пауль Рубенс, Джордж Байрон, Франклин Рузвельт, Александр Дюма, Жан-Поль Сартр, Джордж Буш, оказывается, потомки Рюрика, одного из самых известных и при этом самых загадочных правителей. Они провели очень хорошее исследование, деньги они получили от правительства, но все кончилось дело тем, что им запретили публиковать эти данные. Расшифровка ДНК рода Рюриков обошлись США в 2 миллиарда долларов. Исследования строились на изучении Y-хромосомы русских князей Рюриковичей. Американским ученым удалось получить генетический материал 125 потомков легендарной династии. У большинства потомков Владимира Мономаха, русских князей Кропоткиных, Ржевских, Лобановых, Ростовских, Гагариных была выявлена одна и та же гаплогруппа N1C1. Но зачем в США тратят огромные деньги на генетические исследования предка русских царей? Семейная пасть, она записана в генотипе человека. Если мы посмотрим о тех людях, которые стоят у власти, стояли у власти, это люди далеко не случайные. Сенсационные результаты генетической экспертизы госсекретаря США Джона Керри. Эксперты по генеалогии британского издательства Berk Spirits уверяют, анализ ДНК доказывает, Керри – потомок всех королевских домов Европы и может претендовать на родство с Ричардом Львиное Сердце и Иваном Грозным Рюриковичем. Но почему именно сейчас в США придается такое значение генетическому исследованию потомков Рюрика? Зачем этот поиск наследников по праву крови? Исследования, дорогостоящие по поводу фонда Рюрика, они имели под собой цель определения фигуры монарха, может быть, будущего монарха. Илларион Шиховской – потомок древнего княжеского рода. Семейную генеалогию он может проследить до 1555 года, когда фамилия Шиховских была занесена в государев родословец и дальше вплоть до великого князя Киевского Ярослава Мудрого и самого Рюрика. Наш род идет от правнука святого князя Владимира, от внука Ярослава Мудрого Владимира Мономаха. Также мы являемся потомками Александра Невского. Во время революции те из князей Шаховских, кому удалось уцелеть, бежали во Францию. Отец Иллариона, князь Дмитрий Михайлович Шаховской, доктор историко-философских наук, председатель ученого совета Парижской семинарии. Дмитрий Шаховской принял участие в исследовании Байера. Анализ выявил, Шаховские тоже принадлежат гаплогруппе N1C1. Папе позвонил какой-то журналист, он хотел специальный номер делать о Рюрике. И получил контакты моего папы, он позвонил ему и предложил сначала снять интервью, и потом предложил взять у него ДНК. Просто ему было интересно, откуда род Рюрика был. Существует ли ген власти на самом деле? И действительно ли его можно найти в крови потомков легендарного Рюрика? Мы решили провести наш собственный эксперимент и попробовать выделить из ДНК Иллариона Шаховского ген власти. Проведено лабораторное исследование Шаховского Иллариона Дмитриевича на следующие гормоны. Это тестостерон, адреналин, норадреналин, дофамин и серотонин. Показатели достаточно высокие, что свидетельствует о высоком гормональном статусе. Этот человек может проявлять активные лидерские качества, а также занимать руководящие посты. Чем выше уровень тестостерона у мужчины, тем более выражено у него желание руководить людьми. Анджей Байор утверждает, группа ученых была близка к фантастическому открытию.
Согласно результатам исследований, которые были опубликованы в Family 3DNA, крупнейшей генеалогической базе данных в мире, первые Рюриковичи появились еще в каменном веке. Гаплогруппа N1C1, которой принадлежат представители династии, возникла в результате мутации около 12 тысяч лет назад на территории современного Северного Китая. Но главное, образцы ДНК русских Рюриков на 99,9% совпали с генетическим кодом китайских правителей 3 века до нашей эры. Если у человека есть примерно такие же наследственные маркеры, как и у его предполагаемого родственника, значит, они родственники. Исследуемые Рюриковичи оказались принадлежны к одной гаплогруппе. Китайские маркеры ДНК были получены из гробниц древних императоров Поднебесной. В это трудно поверить, но китайские правители, придумавшие развитую систему бюрократии, боевые искусства, первый медицинский атлас, порох и компас, оказались родственниками первых славянских вождей. Это стало сенсацией. У меня целая статья есть о Великой Китайской стене. Я там обнаружил, к большому удивлению, русские надписи. И более того, я обнаружил, как она по-русски называлась. Она называлась «Ход Рати Яра». То есть это проход через горы для рати, то есть для войска. А Ярово войско – это войско Яровой Руси. Академик Валерий Чудинов – один из тех, кто считает, что всемирная история совсем не так проста, как кажется. По мнению Чудинова, на рубеже 16-17 веков в России намеренно были уничтожены все достоверные источники о происхождении Рюриковичей. Вся русская история принижалась. А вот о Яровой Руси больше нигде не прочитаете. Никто этим периодом не занимался. Не потому, что просто забыли об этом. Это была сознательная совершенно акция. Как известно, первый труд по истории российского государства был составлен шведскими учеными. Позже эту концепцию по заказу дома Романовых перевел на русский язык и отредактировал писатель Николай Карамзин. В 1801 году он опубликовал свои первые переводы средневековых рукописей и сразу же получил должность придворного историографа, которую Александр I создал специально для Карамзина. Вас никогда не смущало, что Карамзин, прежде чем как стал историком, был писателем? Вот представьте себе, если бы мы сейчас самого талантливого писателя сделали бы историков. Как вам это понравилось? Как и многие другие исследователи, Валерий Чудинов предположил, что славянские племена гораздо старше, чем принято считать в официальной историографии. По его мнению, Новгородское княжество и Киевская Русь – это всего лишь островки огромного государства, которое охватывало огромные территории от западных границ с Германией до Китайской стены на востоке. Рюрик был одним из князей восточной части этой великой империи, который в IX веке бежал из Китая в Новгород со своей дружиной. Академик Чудинов смог перевести древние символы, высеченные на саркофаге князя. Они означают: «Здесь лежит тот, кто вернулся со славой». Когда исследовал надгробия, или точнее саркофаги этрусков, и вот в частности в одном саркофаге была похоронена личная жрица Рюрика. И там было написано, кем он был. А был он ни много ни мало, как царем всея Руси. Это фотография Великой Китайской стены в 30 километрах от Пекина. Для военных очевидно, что такое сооружение не имеет никакого смысла. Ведь стена проходит по вершинам и без того неприступных гор. Кроме того, она создает замкнутые участки. При штурме они станут западней для солдат, защищающих границу Древнего Китая. И территорию Китая осваивали сначала белые люди, и сами китайцы это признают. И даже Великая Китайская стена была построена бойницами внутрь. То есть обороняющиеся оборонялись именно от той территории, на которой сейчас находится территория Китая. Мало кто знает, что туристическая часть Великой Китайской стены построена не в 3 веке до нашей эры, а во времена правления Мао Цзэдуна. Стена в окрестностях Пекина не имеет ничего общего с постройками времен Древнего Китая. Она не китайская. Вот самое интересное. Значит, я могу утверждать, что это сделала Ярова Русь, Китайскую стену, для того, чтобы перебрасывать войска по ней в Китай, и для того, чтобы защищаться от набегов китайцев, которые в то время
стояли на более низком уровне развития, чем Русь. Группе российских ученых в начале 21 века удалось обследовать самые древние части Китайской стены. Вопреки общепринятым представлениям, их не видно из космоса. Они теряются в джунглях. Валерий Чудинов уверен, что Рюрик был вождем славянских племен, которые жили на территории современной Монголии. На рубеже 8-9 веков эти племена были вытеснены в степь войсками китайской династии Тан, инженерам которой удалось разрушить часть Великой Стены. Но почему правитель, однажды потерявший свои земли, вдруг смог объединить разрозненные племена славян Восточной Европы? Какой силой на самом деле обладал Рюрик? В 860 году Великая Византийская империя оказалась на грани катастрофы. На рейде Константинополя внезапно возник огромный флот. 300 кораблей перекрыли гавань и стали готовиться к высадке. Византийский историк Лев Диакон пишет, что вождь захватчиков потребовал встречи с императором. Хроники Диакона дают довольно странную картину переговоров. Со словами «Я пришел за ним» пришелец указал на один из золотых щитов, которые украшали тронный зал. Это предмет, который создан, да, из достаточно ценного и символического металла, плюс сам по себе предмет имеет определенную символику, определенное значение. Вот, понятно, что это был весьма ценный трофей, скажем так. Ценный не просто из-за того, что он сделан из драгоценного металла. Удивительно, но загадочный флот 3 дня простоял в гавани Константинополя, так и не приступив к штурму города. Он исчез так же внезапно, как и появился. Диакон пишет, что византийские шпионы смогли узнать только имя вождя таинственного войска. Солдаты называли его «Риорекс Нувас Трувар» – «Новый строитель». Неужели именно эта латинская фраза на Руси превратилась в имена 3 братьев – Рюрика, Синеуса и Трувара? Но если штурмовать Константинополь собирался Рюрик, то зачем ему понадобился древний щит? Не исключено, что Рюрик знал. Этот артефакт вовсе не элемент экипировки, и уж тем более он не может быть просто украшением дворца правителя. Ведь всего через 2 года после визита в Константинополь никому неизвестный воин стал правителем всех русских княжеств. Смотрите далее! Кто мог создавать короля из пешки? И почему свернули секретный эксперимент? Наиболее ощутимых результатов добились немцы во время Второй мировой войны. Можно ли вырастить лидера, искусственно повышая в крови уровень особых гормонов? Это человек с очень высоким уровнем продуктивного гормона, который находится в мозгах. Кому удалось расшифровать ген лидерства и чем это может обернуться? Генетические исследования таят в себе определенную опасность. И к чему приведет вмешательство в генетический код человека? Можем вывести так называемую суперрасу, суперчеловека. Магия власти. Посох Рюрика. 2 серия. Почему самых жестоких правителей народ хоть и боится, но и боготворит? И они, проводя всю жизнь в войнах, пролив реки крови, умирали в своих постелях или, в крайнем случае, на руках верных друзей. И благодарные потомки почтительно хранят о них память. Те же властители, которые стремились не воевать, а пытались осуществлять реформы по улучшению жизни своих подданных, чаще всего этими же подданными и свергались. Вспомнить хотя бы судьбу Павла I или Александра Освободителя. При этом Иван Грозный был провозглашен первым русским царем, Петр I – первым русским императором, а Иосиф Сталин – творцом сверхдержавы, политического полюса мира. Можно вспомнить и европейскую историю, когда практически не посещавший Англию, разоривший ее налогами Ричард I, вошел в историю как Ричард Львиное Сердце, а его брат, который для него эти самые налоги собирал, неоднократно выкупая короля, в очередной раз попавшего в плен, запомнился как Скряга Джеффри. Это небывалая энергетика, которая заставляет людей уважать человека, там, притягивает к человеку и так далее. Она складывается из психической энергии людей, которые думают об этом человеке, которые, может быть, разделяют, либо не разделяют его взгляды. В 2008 году группа ученых Пенсильванского университета под руководством Роберта Райта сделала сенсационное открытие. Американцы заявили, что им удалось разгадать тайну гена власти. Исследователи доказали, определенное сочетание хромосом дает человеку возможность подчинять себе других.
Оказывается, всех политических лидеров отличает повышенный уровень гормонов серотонина и дофамина. Благодаря именно этим гормонам мы позволяем активизировать. Мы говорим о том, что косвенно активизируется этот ген RS4950, который позволяет нам получить активную форму этого гена, который будет отвечать за ген лидерства. Гипотеза генетической основы лидерства возникла у ученых после наблюдений за обезьянами. Эволюционный психолог Роберт Райт заметил, что у вожаков-шимпанзе, в отличие от остальных членов стаи, высокая концентрация серотонина. Генетические тесты людей подтвердили догадки ученых. Даже у неформальных лидеров уровень гормона был значительно выше, чем у остальных испытуемых. А сочетание серотонина и тестостерона у этих людей довольно-таки высокое в крови, что позволяет им очень четко и быстро ориентироваться в стрессовых ситуациях. Эти люди умеют принимать быстрые решения. Серотонин принято считать гормоном радости. Но на самом деле он отвечает за самооценку, харизму и уверенность в себе. Ученые пришли к неожиданному выводу. Жестким, авторитарным лидерам, таким как Сталин, Гитлер или Мао Цзэдун, повышенная концентрация серотонина помогает укрепить свою власть и завоевать популярность, граничащую с преклонением. От его уровня зависит и уровень агрессии. И лидерство – это всегда агрессия определенная, причем может быть управляемая, может быть неуправляемая. Еще один гормон власти – дофамин. Лидеры с повышенной концентрацией дофамина отличаются умением поднять толпу волей к победе и обычно приходят к власти на волне революции. Ленин, Чен Кайши, Че Гевара. Но слишком высокий уровень этого гормона у правителя может погрузить государство в хаос. По мнению ученых, переизбытком дофамина страдали римский император Нерон и Иван Грозный. Ученые считают, что люди, обладающие повышенным уровнем серотонина и дофамина, на подсознательном уровне воспринимаются другими как лидеры. Мало того, они могут передавать эти особые свойства обмена веществ по наследству. Не с этим ли связано возникновение политических династий в современном мире? Например, легендарный премьер-министр Индии Джавахарлал Неру подарил своей стране не только независимость, но и дочь Индиру Ганди, которая дважды занимала этот пост. После смерти матери правительство возглавил сын Индиры Ганди Раджив. Срок правления солнцекорейской нации Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира – 60 лет. Если мы посмотрим о тех людях, которые стоят у власти, стояли у власти, это люди далеко не случайные. Это люди, у которых соответствующая наследственность и которые предрасположены к тому, чтобы они были, чтобы быть лидерами. Ученые предположили, что если за лидерские качества отвечает определенный набор гормонов, то великих правителей можно создавать искусственно. Мало того, при помощи методов генной инженерии в безусловного лидера можно превратить любого. Именно поэтому во времена Холодной войны в США провели серию сверхсекретных экспериментов. Американцы пытались выявить ген власти, ведь тогда не нужно было бы тратить огромные деньги на борьбу с неугодными режимами. На территории противника достаточно просто вырастить лидера, за которым народ пойдет в нужном для Госдепартамента направлении. Мы говорим о том, что создать лидера весьма-весьма легко, обладая этой технологией. Мы можем обучить человека определенным навыкам, определенному мировосприятию. Это будет заложено в его ДНК, и это будет наследовано его детьми и внуками. Мало кто знает, что США и СССР, помимо гонки ядерных вооружений, едва не включились в еще одну – гонку вооружений генетических. В 1969 году советский биохимик Александр Нейфах в интервью английской газете Guardian Weekly заявил: «Новый этап противостояния США и СССР состоится в области генной инженерии». Правда, в Советском Союзе эти исследования довольно быстро свернули. В СССР верили: правителями не рождаются, правителями становятся. Поиски гена власти объявили научной утопией и пошли по другому пути. Одним из разработчиков секретной системы обучения будущих вождей был генерал-лейтенант Алексей Савин. Я абсолютно уверен, что нет человека, в котором не было бы
вот, заложен вот этот ген лидерства. Это элемент нашей системы выживания. В Министерстве обороны СССР создали особый отдел. В секретных документах он был обозначен как войсковая часть 10003. Однако только высшие военачальники знали. Никакой войсковой части с таким номером просто не существует. ВЧ-10003 – это особое подразделение, специалисты которого всего за 7 месяцев даже самого зрячего человека могут превратить в руководителя экстра-класса. Ты готов, в общем-то, идти, претерпевать трудности, бороться, преодолевать себя. Прокачать можно любого человека, практически любого, если у него есть хотя бы небольшие задатки на это. Здесь готовили будущих лидеров и военачальников для развивающихся стран. Харизматичные вожди должны были вести свои народы к такому светлому будущему, какое укажут в Кремле. Генерал Савин говорит, что самое необычное предложение они получили в начале правления Михаила Горбачева. Новый глава правительства СССР Валентин Павлов предложил вырастить для управления страной лидеров с заданными характеристиками. По его мысли, они должны были прийти на смену министрам, которые не способны вывести страну из наметившегося кризиса. Мы подключили институты Академии наук и высшие школы. Вот, и создали одну методику подготовки элитных аналитиков, куда включили теорию, психологию власти, системный анализ, эвристика, тренинг по раскрытию индивидуальных способностей, сверхинтуиции. Генерал Савин рассказывает, всего после нескольких месяцев тренировок курсанты приобретали поразительные способности. Они с первых минут общения легко располагали к себе собеседников, научились манипулировать и легко подчинять себе огромные массы людей. Я думаю, что наша внутренняя память содержит задатки по всем сферам человеческой деятельности. Только у одних, как мы называем, генетически, это в большей степени проявляется, в другой – в меньшей степени. Но смелый эксперимент не был закончен. После провала путча в 91-м Валентина Павлова, одного из главных организаторов ГКЧП, арестовали. А его проект по созданию новых лидеров лишился финансирования. Однако генерал Савин говорит, что выпускники этих курсов быстро нашли себе применение в политике. Аналогичные эксперименты проводили в США в рамках программы «Звездные врата». Но американцы, как известно, сделали упор на опытах с ДНК человека и животных. Результаты этих работ засекречены. Но вот парадокс. В 1973 году, всего через 3 года после начала таинственных экспериментов, 2 американских штата, Аризона и Луизиана, ввели запрет на исследование гибрида человека и животного. Именно на территории этих штатов работали лаборатории проекта «Звездные врата». Неужели сенаторам Аризоны и Луизианы все-таки удалось что-то узнать о военных разработках? Что могло так напугать американских законодателей? Они говорили о том, что на молекулу ДНК можно воздействовать 3 способами. То есть можно изменить ее. Это химический, лучевой и спонтанное воздействие на подсознание. То есть то, что называлось в 1962 году спонтанное воздействие, то сейчас мы можем говорить о том, что может целенаправленно воздействовать на подсознание человека. По официальной версии, генетические эксперименты в рамках проекта «Звездные врата» были свернуты в 1989 году. Их признали бесперспективными. Но вот странное совпадение. Сразу после закрытия проекта по Европе прокатилась волна бархатных революций. Во главе всех, без исключения бывших союзников СССР, оказались люди, которых до этого никто не знал. Дело в том, что такие исследования проводятся. Власть, имеющая сегодня, этим, конечно, пользуется и никогда не раскроет вам секретов, которые позволяют им быть лидерами. Невероятно. Но в начале 90-х в Америке тоже произошла своего рода революция. Внезапно десятки ученых заявили о создании новейших лекарств на основе ДНК человека. Неужели для кого-то звездные врата все же открылись? В это трудно поверить. Но США действительно совершили настоящий прорыв в области генной инженерии, объяснить который с научной точки зрения невозможно. Ведь до 90-го года все публикации по теме лекарств на основе ДНК можно пересчитать по пальцам. А уже в 1999 году Джеймс Уилсон уже испытывает генную терапию на людях. Участники эксперимента страдали болезнью печени.
добровольцам ввели генетический препарат на основе ДНК здорового человека. Но уже через несколько часов после инъекции 18-летний доброволец Джесси Гелсингер впал в кому, а спустя 4 дня умер. Этот случай вызвал грандиозный скандал. У доктора Уилсона отобрали лицензию. Суд запретил ему проводить генетические эксперименты в течение 11 лет. Этот срок уже истек, и Уилсон вернулся к исследованиям, но уже в Великобритании. Они добились разрешения того, чтобы происходило трехстороннее оплодотворение. Провели эксперимент, который завершился весьма удачно, с подсадкой определенных генов, которые нейтрализуют негативные и усиливают позитивные. То есть у донора берется определенный ген и вживляется. По странному совпадению, в 2013 году английский парламент начал обсуждать один из самых спорных законопроектов за всю историю. Авторы предлагают снять все запреты на исследования в области модификации генов самого человека. Дело в том, что ученые овладели фантастической технологией. Еще до рождения они могут заменить вредные участки в цепочке ДНК ребенка. Таким образом, можно создавать людей, которые защищены от многих болезней и вредных наклонностей родителей. По сути, формировать человека с заданными свойствами. Однако такие эксперименты сейчас запрещены во всем мире. Если Великобритания узаконит вмешательство в генетический код человека, это станет началом новой главы в истории современной цивилизации. Но кому на самом деле выгодно создание людей на заказ? А главное, кто и зачем готовится переписать историю? Смотрите в следующей серии. Охотники за древними сокровищами. Кто развязал археологическую войну? Каждая война сопровождалась охотой за культурными артефактами. И с какой целью уничтожаются все следы предыдущих цивилизаций? Разрушение культурного слоя было вполне спрограммированной, запланированной задачей. Эксклюзивный репортаж из кузницы мировой элиты. Где учат будущих президентов и миллиардеров? Попав в Гарвард, ты в будущем гарантированно становишься лидером. Мы раскроем главный секрет, на котором держится вся магия власти. Эти кадры, снятые на мобильный телефон сотрудником Каирского национального музея, обошли весь мир. Массовые беспорядки в Египте 2011 года. Солдаты Национальной гвардии наконец-то прорываются в здание главного музея страны и обнаруживают следы мародерства. Музей ограблен, но ограблен как-то очень странно. Это все, что осталось от мумии фараона Тутмоса I. Экспонату было около 3000 лет. Разбиты бронзовые статуэтки эпохи ветхозаветного царя Соломона. Изодраны в клочки и сожжены редчайшие манускрипты 4 века до нашей эры. Под ногами солдат хрустят черепки тысячелетних амфор. На черном рынке антиквариата за все эти экспонаты можно было выручить миллионы долларов. Вандализм? Если и так, то вандалы были как-то странно избирательны. Эксперты, оценивавшие нанесенный музею ущерб, обнаружили поразительные факты. Например, украшения из гробницы фараона Тутмоса I частично исчезли, а то, что осталось, превращено в крошево при помощи тупых орудий. Вполне вероятно, что это были приклады. Или вот еще удивительный факт. Из этой экспозиции исчезла древко старинного опахала. Грабители унесли с собой хоть и старинную, но обычную деревянную ручку, а само опахало бросили на пол. Несмотря на то, что отлито из чистого золота. Такое впечатление, что кто-то специально ночью зашел в этот музей, конкретно сказал, что нужно брать. Это все было вывезено, упаковано на машинах и потом еще куда-то отвезено. Этот процесс происходит сейчас в музеях всего мира, и его уже называют крупнейшей культурной катастрофой нашей эры. Все началось с американского вторжения в Ирак. Там, на территории древнего Вавилона, тысячи лет хранились редчайшие сокровища древности. Артефакты, многим из которых нет объяснения по сей день. Но под шум революционных событий исчезла без следа редчайшая коллекция цивилизации шумеров.
разграблена библиотека древнего Вавилона. Похищены и уничтожены 200 тысяч загадочных рукописей Аккада, Ура и Осирии. Несколько человек пытались ворваться в здание Каирского музея. Все здание было в огне. Разорен музей древних построек гарамантов в ливийском Джереме. В Иракском национальном музее похищены вавилонские статуи, возраст которых достигает 5000 лет. Интересно при этом, что гипсовые слепки статуй остались нетронуты, хотя необходимо быть специалистом, чтобы отличить одно от другого. Те или иные солдаты могут иметь соответствующее либо образование, либо просто достаточно начитаны и, соответственно, представляют себе ценность данных артефактов. Музейные работники по всему миру бьют тревогу. Территории раскопок в Ираке, Ливии и Сирии, где из-под толщи культурного слоя археологи год за годом доставали уникальные свидетельства древности, были намеренно уничтожены глубинными бомбами и бронетехникой. Это доклад эксперта Британского музея Джона Кертиса. Профессор утверждает, он побывал на месте раскопок древнего Вавилона в 88 километрах от Багдада. И сейчас уверен, древности уничтожались намеренно. Иной причины бомбить эти места просто не было. Кому-то очень нужно, чтобы процесс расшифровки этих табличек был немедленно остановлен. Это вопрос большой политики. Что им здесь надо? Ну, явно не по пустыне кататься, да, или там устроить соревнование какое-нибудь. Совершенно не для этого. Что же происходит на земном шаре? Неужели кому-то нужно стереть древнюю историю человечества? Не для того ли, чтобы, переписывая прошлое, попытаться изменить будущее или передать его в другие руки? Но кто готовит смену власти на Земле? Смотрите в третьей серии документального проекта «Магия власти». Кто переписывает историю человечества и зачем уничтожаются самые ценные артефакты древности? Это культурная катастрофа. Зачем правительства всего мира пытаются захватить атрибуты власти египетских фараонов и шумерских жрецов? Артефакты, безусловно, дают власть, и власть это на самом деле очень сильная. Все тайны легендарного Гарварда в эксклюзивном репортаже наших корреспондентов. Чему на самом деле учат будущих президентов Америки и нобелевских лауреатов? Да, президент Обама посещал Гарвардскую юридическую школу. Вот это, она здесь. Что такое Некрономикон и почему все диктаторы мира пытаются завладеть этой древней книгой? Кто найдет эту книгу, для того откроется некое тайное знание, некие проходы в вечность. Для чего спецназ США ликвидирует памятники древних культур? Смысл этой, так условно говоря, археологической войны является попытка переписать историю. Кто они? Современные расхитители гробниц. И каким будет завтра, которое они для нас готовят? Смотрите сразу после рекламы. Третья серия. Эти глиняные таблички, найденные в сирийском городе Алеппо, стали настоящей сенсацией. Язык, на котором написаны древние послания, был абсолютно незнаком ученым середины 20 века. Эти таблички обнаружили крестьяне, работавшие в поле недалеко от города. Находкой заинтересовались итальянские археологи. В первые же дни раскопок ученые поняли, что столкнулись с абсолютно новой цивилизацией Древнего Востока. Никто даже не подозревал, что эта археологическая экспедиция заставит ученых всего мира пересмотреть древнюю историю человечества. Это вот находки, которые отодвинули официальную историю даже человечества, как минимум на несколько тысячелетий назад. Но по-настоящему сенсационное открытие сделали ученые, которым удалось расшифровать текст сирийских табличек. Они узнали, что в Древней Сирии существовал город-государство Эбла, о котором до недавнего времени наука даже не подозревала. Это был торговый город, где зафиксировано там, кто чем, сколько металла там кому продал, кто там кому должен, сколько хлеба там и так далее. В этих текстах вообще вся история человечества переворачивается. Итальянский лингвист Джованни Петинато сумел перевести текст первых 20 табличек, обнаруженных в Эбле. В это трудно поверить, но первые же глиняные таблички содержали имена и географические названия, которые упоминаются в Ветхом Завете. Невероятно, но в списках городов, с которыми торговала Эбла, указаны Содом, Гоморра, Сиваим, Адла и Белла. Все это
5 поселений из 14 книги Бытия. При этом в летописях Эблы города называются в том же порядке, что и в Ветхом Завете. Библия тогда не существовала, но упоминания о стране, об этих землях, конечно, существуют в Библии. Также в архивах древнего города были обнаружены поэтические тексты. Невероятно, но среди них есть манускрипт, в котором описывается сотворение земли Богом. Среди долговых расписок муниципалитета Древней Эблы были найдены уникальные документы. Оказалось, что многие персонажи библейского Ветхого Завета были вполне реальными людьми. Легендарные пророки Авраам, Исав, Давид, Саул, Исаия, как выясняется, были вождями израильских племен, которые заключали с Эблой договоры и крупные торговые сделки. Обычно считалось, что вся история началась там максимум 3000 лет назад. Тут вот находят архив Эблы, да, который отодвигает, показывает, что и в этом регионе был очень развитый город-государство, который, если ориентироваться на переписку, вел торговлю с другими аналогичными государствами. Это живописное здание из красного кирпича – знаменитый Смитсоновский институт, созданный в США в 70-е годы прошлого века специально для изучения библейской истории. Это произошло всего через полгода после того, как в сирийском Алеппо были обнаружены загадочные глиняные таблички. Поначалу американские ученые публиковали тысячи статей, в которых анализировали странные совпадения в текстах сирийских таблиц и священного писания. Позже институт превратился в крупнейшее агентство по поиску древностей. Мы проводим массу археологических раскопок. И что уходит? Это уже даже не один институт, это целая сеть институтов и университетов под этим названием. Однако специалисты говорят, ученые института занимаются не только археологией. Этот институт создавался на частные деньги. Одна из конкретных задач была это поиск остатков гигантов, которые упоминаются в Ветхом Завете. Сирия, город Алеппо, 2013 год. Под обстрелом одна из древнейших библиотек Ближнего Востока. Всего за пару часов уничтожен колоссальный архив манускриптов первого века до нашей эры. Именно здесь хранились таблички из древнего города Эбла. После нападения повстанцев от ценнейшего собрания артефактов не осталось и следа. Мало того, кто-то уничтожил все переводы и исследования сирийских ученых. Это культурная катастрофа. Причем, конечно, это делают не сторонники Асада. Эта технология впервые была опробована в Афганистане. Ученые уверены, в конце 20 века на планете началась война, о которой не принято говорить. В среде историков ее назвали археологической войной. За последние 20 лет в мире были уничтожены тысячи бесценных артефактов. Во время войны подкупить каких-то чиновников, чтобы они пустили тебя там в какой-то музей или еще что-то такое, чтобы что-то дали вывести, вынести, пока полиция, армия заняты какими-то другими делами, не составляет никаких проблем. Первыми в борьбу с историей вступили талибы, которые при поддержке Госдепартамента США захватили власть в Афганистане. В 2001 году они уничтожили самые большие скульптуры земли, высеченные из камня. Для взрыва статуи Будды в провинции Бамиан им потребовалось около тонны пластида. Эксперты уверены, высокотехнологичную взрывчатку талибы получили именно от американцев. До этого исламисты безуспешно пытались разрушить грандиозные статуи при помощи динамита и тротила. Академик Андрей Тюняев говорит, эти артефакты мешали режиму талибов больше, чем все миротворческие войска ООН. Артефакты, безусловно, дают власть, и власть на самом деле очень сильная. Это власть управления историей. Режим талибов давно ушел в прошлое, но вместе с ним была уничтожена и история Афганистана. Сейчас мало кто из афганцев догадывается, что в средние века господствующей религией страны считался буддизм, а исламские племена древние летописи причисляли к захватчикам. Представьте, что к вам пришел человек, у которого амнезия. И он говорит, я не помню, как меня зовут, не помню, откуда я родом, что со мной было, кто я такой. А у вас есть выбор. Вы можете человеку рассказать некую правду о нем, а можете им манипулировать.
Во времена Хосни Мубарака Египет ввел жесткие ограничения на вывоз древности из страны. Иностранные специалисты могли проводить раскопки в Египте лишь при одном условии. Все обнаруженные артефакты они обязаны передать государству. Именно поэтому до революции 2011 года Каирский музей обладал грандиозной коллекцией древних артефактов. Около 10 миллионов экспонатов. Музей был одним из самых богатых музеев вообще в мире. Их экспонация фактически была бесценна. По мнению исследователей, хранилища Каирского музея могли скрывать фантастические технологии, которые нам еще только предстоит открыть. Ведь многие чертежи и клинописные таблицы передавали в запасники музея просто потому, что люди были не готовы осмыслить эти знания. В это трудно поверить, но всего 100 лет назад рисунки танков и самолетов считались просто символами древнеегипетской письменности. Их безуспешно пытались перевести сотни ученых по всему миру. С современной точки зрения, что там изображено? Изображена подводная лодка, изображен танк, изображен автомат. Естественно, в 19 веке никто не мог сказать, что это такое изображено. И вот только сейчас мы можем понять, что, оказывается, все это было. Было у наших предков. Удивительно, но 10 января 2011 года, за 2 недели до начала массовых акций протеста, правительство Хосни Мубарака утвердило сенсационный указ. Впервые за 30 лет правления бессменного президента иностранным ученым был разрешен доступ в святая святых Египта, хранилище Каирского музея. Но вот парадокс. После решения открыть доступ к древним знаниям, правительство Мубарака не продержалось и 2 недель. Начались массовые акции протеста, а затем и революция. Президент оказался в тюрьме, а уникальная коллекция Каирского музея была почти полностью уничтожена. Многие экспонаты этого музея просто были сброшены на пол. Их старались разбить. Часть экспонатов, естественно, исчезла. Прошлое буквально тает на наших глазах, ускользает от нас. Погром в Каирском музее новые власти Египта попытались списать на хулиганские действия революционной толпы. Однако позже сотрудники музея заявили, грабители прекрасно понимали, что они делают. Организованная группа использовала подробные карты помещений. У них были ключи от сейфов и коды доступа в главное хранилище. Кем же были эти охотники за сокровищами? Некая квалифицированная группа людей, которые приходят в главное хранилище древности, в музеи и так далее, в частные коллекции. Они избирательно берут под свой контроль какие-то древности. Смысл этой, так условно говоря, археологической войны является попытка переписать историю. 10 апреля 2003 года американские войска уничтожали последние очаги сопротивления в Багдаде. В тот момент самым важным объектом для армии Ирака был вовсе не дворец Саддама Хусейна. Последний взвод президентской гвардии удерживал позиции у Иракского национального музея. Причем бойцы элитной дивизии «Медина» сражались вовсе не с американскими солдатами. Этот бой в центре Багдада до сих пор остается загадкой для военных историков. Гвардия Саддама Хусейна пыталась отбить атаки хорошо вооруженной банды мародеров. Толпа вооруженных грабителей в итоге ворвалась в музей. Было похищено более 15 тысяч экспонатов. По одной из версий, американцы намеренно оставили ценнейшую коллекцию без охраны. Ведь вслед за обычными мародерами пришли люди, которые знали о секретных фондах музея. В Ираке были разграблены вот эти уникальные сокровищницы древних культур, к которым, кстати, очень трепетно относился Саддам Хусейн. Вот, тоже, говорят, был человек мистически настроенным. Вот, и в том числе там даже под кожей у него было вшито или вживлена какая-то косточка какого-то животного, которая, значит, якобы вот его должна была спасти. Разграбление музея у охотников за артефактами было почти 2 суток. После американская армия объявила о создании специального подразделения по поиску похищенных древностей. Почему военные вдруг стали искать то, что сами же позволили украсть? И могло ли вторжение в Ирак быть прикрытием для другой, гораздо более серьезной операции? Всякий конфликт, главное, что
наиболее ценно на планете у нас, какие-то знания. После американского вторжения на руинах Вавилона была создана военная база «Форт Вавилон», расположившаяся прямо на развалинах древних храмов. Там же были сооружены вертолетная площадка и заправочные станции. Солдаты рыли траншеи на археологических раскопах, а танки гусеницами рушили древние настилы, возраст которых превышает 2500 лет. Примеры мы видим, что многие реликвии, причем реликвии, которые входят в мировое наследие, несколько, были уничтожены. Для того, чтобы расширить дорогу к военной базе, американцы снесли одну из древнейших построек на Земле – ворота Иштар. Их изображение есть в каждом учебнике истории. По легенде, в них мог войти только новый правитель Шумера. Ворота Иштар для жителей Древнего Междуречья были тем же, чем для русских правителей позже стала шапка Намаха. Сакральный символ, который у шумеров означал венчание на царство, стерт с лица земли. Позже полковник американской армии Джон Коулман официально заявил, что за разрушение Вавилона войсками США готовы принести извинения. Вот официально даже заявления свои американцы сделали и принесли извинения там иракскому народу и так далее. То есть все представляется таким образом, что была война, ну а в войне, так сказать, не до культурных ценностей. Удивительно, но 9 сентября 2013 года правительство США внезапно вернуло Афганистану 6 старинных артефактов. Золотой кувшин для вина, расписанный символами, которые по сей день остаются нерасшифрованными, 2 старинные монеты и 3 золотых таблички. По официальной версии, эти предметы были конфискованы таможней США. Правда, мало кто заметил, что таможенники задержали контрабандистов еще в 2011 году. Где все это время находились артефакты и какие исследования успели провести американские ученые? А главное, почему решили вернуть именно эти предметы? Кувшин, монеты и золотые таблички. Почему журналистам не дали рассмотреть этот странный набор древних предметов? И почему посол Афганистана в Америке Иклиль Хакими заявил, что для его народа эти предметы являются национальными реликвиями? Смотрите далее. Где находятся похищенные сокровища древности и кто сегодня владеет древними знаниями? Те самые места, где в последнее время происходит арабская весна, там находится огромное количество артефактов. Эксклюзивный репортаж из кузницы мировой элиты. Президент Обама был здесь аспирантом. Почему только книга арабских магов «Некрономикон» не сгорела во время пожара в Гарварде? Если мы посмотрим на памятник основателю Гарварда, то видим, что он в руке держит книгу, очень похожую на перевернутый «Некрономикон». И как древние арабы могли узнать законы квантовой физики? Первое описание теории относительности составлено за 700 лет до рождения Эйнштейна. Научные знания древних людей опережали само развитие тогдашнего человечества. Именно в Месопотамии, нигде либо. Если наступит завтра, 3-я серия. Это самый престижный университет мира, знаменитый Гарвард. Среди его выпускников 8 президентов США и 49 лауреатов Нобелевской премии. Гарвард не зря называют кузницей мировой элиты. Здесь в свое время учились Теодор Рузвельт, Джон Кеннеди, Дэвид Рокфеллер, Джордж Буш, Билл Гейтс, Марк Цукерберг. Это преподаватель университета Алекс Хюмейн. Он был аспирантом, когда к нему на кафедру пришел будущий президент Барак Обама. Да, президент Обама посещал Гарвардскую юридическую школу. Вот это, она здесь. Многие люди, которые ходили в бизнес-школу, стали президентами и не только. Мистер Ромни успешно ее закончил и имеет ученую степень. До этого, конечно, мистер Кеннеди. Оба брата Кеннеди хотели стать президентами, но только один занял этот пост. У студентов, которые сегодня здесь учатся, амбиции ничуть не меньше, чем у их знаменитых предшественников. Они уверены,
За стенами университета для них открыты все двери. Попав в Гарвард, ты в будущем гарантированно становишься лидером. Я очень горжусь, что сижу в тех же аудиториях, где учились многие известные люди, и получаю знания от тех людей, которые являются лидерами в своих конкретных отраслях. Если я приложу все усилия в создании себя самого, то я могу войти в число тех многих успешных людей, которых создал Гарвард. Удивительно, но программа Гарварда мало чем отличается от учебного плана любого другого университета Америки. Но почему именно гарвардские дипломы имеют почти все президенты США? Чему научили в этом университете почти всех американских миллиардеров? Это одно из древних изображений арабского мага и поэта Абдуллы Аль-Хазреда, жившего в 7 веке. Его считают автором самой таинственной и загадочной в мире рукописи – «Некрономикон» или «Книга мертвых». За этим манускриптом охотились правители разных стран и эпох, ведь считается, что «Некрономикон» содержит тайные знания о том, как управлять всем человечеством. В рукописях арабского историка 12 века Ибн Халикана есть упоминание о маге из Йемена, который путешествовал по всему Востоку. Абдулла Аль-Хазред побывал в Европе и Азии. В горах Сирии он нашел некую черную вершину. 3 года он изучал тайные пещеры Мемфиса и провел 10 лет в Аравийской пустыне. В народе его еще называют «сумасшедший араб», который осуществил путешествие по миру мертвых, узнал их законы и, собственно говоря, изложил это в своем научном труде. Перу Аль-Хазреда принадлежат несколько стихотворных произведений, но самым главным его трудом стала рукопись «Книги мертвых». Свои последние годы Аль-Хазред жил в Сирии, в Дамаске. По одной из версий, именно здесь, в колыбели всего человечества, он и вывел универсальную формулу управления людьми, историей и временем. Известный афганский писатель и ученый Идрис Шах всю свою жизнь посвятил поиску рукописи Некрономикона. Он безуспешно пытался разыскать ее в библиотеках Деобунда в Индии, Аль-Асхара в Египте и в библиотеке священного города Мекки. В 1990 году Идрис Шах сделал сенсационное заявление. Одна из 3 частей таинственной рукописи хранится в Гарвардском университете. Но как древний манускрипт из Сирии мог попасть на американский континент? И чему на самом деле учат студентов в Гарварде? Сообщество, которое так или иначе друг друга пропитывает уникальными компетенциями, навыками, личной силой, причастностью к этому бренду, к этому культу, которое вас меняет изнутри на уровне прям прямой передачи. Та атмосфера, которая там царит, погружает в уровень, в котором естественным образом рождаются те самые идеи, которые потом покоряют мир. Перед холлом Гарвардского университета стоит знаменитая бронзовая статуя Джона Гарварда. Однако мало кто знает, что этот человек не был основателем учебного заведения. Скульптор не знал, как на самом деле выглядит Джон Гарвард. Моделью для памятника стал студент Шерман Хор. Возникновение Гарвардского университета – это одна из величайших загадок американской истории. Статуя Джона Гарварда возвращает назад к истории и силе этого эгрегора, сильных мира сего, лидеров. Оно интересно, оно привлекает внимание, она передается из уст в уста, такой фольклор. Удивительно, но университет был основан в 1636 году, всего через 16 лет после высадки первых колонистов. В это трудно поверить, но самым массовым переселением из Старого Света в Америку считается прибытие всего лишь 100 человек из Великобритании. Это была община кальвинистов, одного из течений христианства. Его последователи отрицают авторитет Папы Римского, не признают церковные обряды и обладают собственной трактовкой Священного Писания. Кальвинисты бежали в Америку, спасаясь от религиозных фанатиков, которые преследовали их в Старом Свете. Будущие поселенцы прибывают в Новую Англию с четким намерением создать рукотворный рай. Для них это не просто земля обетованная, а для них это мир, который они создают своими руками. И вот это намерение, вот эта интенция, конечно, и легла в основу создания государства Соединенных Штатов Америки. Но как всего 100 колонистов за каких-то 16 лет смогли построить настоящий город и создать первый в Америке университет?
Удивительно, но в архивах Гарварда хранятся самые противоречивые документы. По одной из версий, первыми выпускниками университета были индейцы. Здесь воспитывали будущих вождей, которые должны были обеспечить лояльность диких племен в отношении белых переселенцев. Это было, по сути, задача политическая. Это была культурная экспансия. То есть невозможно держаться только на штыках. Это был очень правильный ход. Магия власти. Если наступит завтра. Третья серия. Первый выпуск Гарварда состоял всего из 9 человек. Спустя год на Атлантическое побережье Массачусетса прибыло еще одно английское судно «Мэйфлауэр», и на берег спустился человек, именем которого и назовут первый американский университет. Джон Гарвард был 8-м ребенком в семье мясника из Лондона. Все его близкие – мать, отец, братья и сестры – в одночасье умерли от эпидемии чумы. Джон, отчаянно пытаясь выбраться из нищеты, поступил в Кембридж, где и получил степень бакалавра искусств. По одной из версий, талантливого ученого заметил сам король Англии Карл Стюарт I и даже назначил его своим министром. Гарвард, интересовавшийся древней историей, получил доступ к архивам Королевской библиотеки. Здесь внимание ученого привлекла одна необычная рукопись, написанная на арабском языке. К ней был приложен перевод на английском. Автором этого перевода был известный маг и алхимик Джон Ди. Фаворит королевы Елизаветы – один из величайших ученых XVI века. Самые блистательные дворы Европы оспаривали честь принять Джона Ди у себя. Однажды по приглашению императора Рудольфа он прибыл в Прагу и там, по свидетельству исторических хроник, на глазах у всего двора превращал куски свинца в высокопробное золото. Джон Ди – великий ученый своего времени, географ, оккультист. Джон Ди был, конечно же, и суперразведчиком королевы Елизаветы, который, кстати, подписывался псевдонимом 007. Именно Джона Ди считают одним из первых переводчиков самой загадочной книги древности «Некрономикон». По одной из версий, Джон Ди, коллекционировавший артефакты, выкупил рукопись за бесценок у арабских купцов. Когда ученый сел за перевод, то не поверил своим глазам. У него в руках оказался манускрипт 7 века, написанный сирийским магом Абдулой Аль-Хазредом. В своем дневнике Джон Ди писал, что «Некрономикон» состоит из 3 частей. В одной из них, которая и попала к нему, описывается истинное устройство Вселенной. Джон Ди узнал, какие силы на самом деле управляют миром и людьми. Несколько древних формул открывали доступ к особой магии, магии безграничной власти. Но сумел ли Джон Ди решить эти уравнения? И как воспользовался этими знаниями Джон Гарвард? Еще раз посмотрите на этот памятник в Гарварде. На коленях основателя университета лежит книга, причем перевернутая вверх ногами. Автор скульптуры ошибся или сделал это специально? На книге надпись «Veritas», по-латыни «Истина». Невероятно, но греческий перевод знаменитой рукописи «Некрономикон» звучит как «Inversus Veritas» – «Перевернутая истина». Какие тайные знания на самом деле хранятся за стенами Гарвардского университета? Ну, здесь вообще табу говорить такое. По одной из версий, министр Джон Гарвард по поручению Карла I отправился в Америку, чтобы укрепить власть Британии на континенте. В то время на американские территории претендовали сразу 3 государства – Великобритания, Испания и Франция. С собой Джон Гарвард захватил часть книг из архива Королевской библиотеки. Среди них была и та самая рукопись сирийского мага Абдулы Аль-Хазреда «Некрономикон». Невероятно, но в последовавшие 10 лет англичане сумели захватить территории от Аляски до Мексиканского залива. И использовать правильно по назначению может только очень сильный человек, наделенный сильными лидерскими качествами и четко сознающий, что именно он хочет получить от нее. В 1638 году Джон Гарвард умирает от туберкулеза. Все свое состояние, а также 400 книг из своей библиотеки он завещает новому учебному заведению, в котором и планировалось воспитывать будущих вождей. В благодарность за пожертвование колледжу присвоили имя Джона Гарварда.
В архивах университета есть сведения о пожаре, который произошел здесь в 1756 году. Тогда сгорела вся библиотека Джона Гарварда. Уцелела лишь одна единственная книга. Один из студентов успел вынести из огня рукопись Некрономикона. Говорят, что с этой книги были сделаны несколько копий. Отрывки из рукописи разошлись по миру. Но правители всего мира охотились именно за оригинальной версией древнего манускрипта. Удивительно. Доисторический текст первой части Некрономикона описывает современную теорию сжатия и расширения Вселенной. В дневниках Джона Ди, который переводил таинственную книгу на английский язык, есть упоминание о неких силах, которые управляют миром. Ди пишет, что впервые столкнулся с такой концепцией мироздания. Древние арабы считали, что пространство и время подчиняются двум началам – Йог-Сатот и Азатот. Йог-Сатот заставляет звезды и галактики непрерывно удаляться друг от друга. Эта же сила отвечает за связь прошлого и будущего, за непрерывность и скорость самой загадочной материи нашего мира – материи времени. Азатот – это, как говорит Некрономикон, абсолютная концентрация пространства и времени в одной точке. Квантовая физика называет такое состояние вещества сингулярностью. В это трудно поверить, но Некрономикон VII века описывает теорию Большого Взрыва. В нем говорится, что из точки предельного сжатия Азазот родились звезды, планеты и само время. Все так называемые авраамические религии, это иудаизм, ислам и христианство, впитали в себя вот эти знания. Поэтому не зря некие исламские, скажем, философы, они пишут об этом, что кто найдет эту книгу, для того откроется некое тайное знание, некие проходы в вечность. Поразительно, но эти образы Некрономикона оказались созвучны новейшим открытием в области квантовой физики и теории поля. Попыткам ученых смоделировать процессы, управляющие состоянием вещества, а также изменением пространства и времени. Теперь становится понятно, почему в течение стольких веков за Некрономиконом шла настоящая охота. Формулы управления временем и самой Вселенной открывают такую силу, с которой не сравнится даже ядерное оружие. Воспользовавшись теми или иными рецептами, которые были изложены в этой книге, люди могли достичь определенного, ну, если можно так сказать, могущества. Неужели в Гарварде на протяжении 400 лет хранится источник древних знаний? Но кто конкретно имеет к нему доступ? Смотрите сразу после рекламы. Правда ли, что гениальный программист и сириец по происхождению Стив Джобс раскрыл секрет абсолютной власти? Начал заниматься тем, что он занимался всю жизнь. Творить совершенство. Почему американские спецслужбы охотятся за древними артефактами? Во все времена, еще там в 18 веке и так далее, каждая война сопровождалась охотой за культурными артефактами. Кто затеял поход на Ближний Восток и кто по его завершении будет диктовать волю всей планете? Поиском талисманов власти могли бы заняться прежде всего люди, которые захватят власть в Сирии. Смотрите через минуту. Стив Джобс – гениальный программист и отец цифровой революции. Он стал легендой еще при жизни. Говорили, что этот человек точно знает, как управлять другими. Интересно, что, по словам очевидцев, Джобс обладал способностью видеть людей насквозь. Время от времени он разгуливал по офисным помещениям своей огромной компании и указывал на некоторых незнакомых ему работников со словами «уволить». Это выглядело странно, но указания генерального директора выполнялись беспрекословно. Однажды служба безопасности компании решила выяснить, кого же увольнял владелец. Оказалось, что предприниматель, сам того не подозревая, указывал либо на шпионов из других корпораций, либо на менеджеров, которые катастрофически не справлялись со своими обязанностями. Для того, чтобы определить самое слабое звено, Джобсу было достаточно бросить на коллектив беглый взгляд. Неужели этот человек обладал сверхъестественными способностями? Дорога в гений открыта для каждого. А Стив ее открыл очень рано. Собственно, начал заниматься тем, что он занимался всю жизнь. Творить совершенство.
Мало кто знает, что американец Стив Джобс на самом деле по национальности сириец, а его предки – представители высшей касты той самой мистической секты алавитов. По легенде, именно алавиты являются хранителями тайных знаний, которые передаются из поколения в поколение по мужской линии. Это была алавитская семья, которая имела свои земельные участки и в Дамаске, и в Хомсе. Это Пол Джобс, отец Стива, автомеханик из Сан-Франциско. Он ремонтировал старые машины на продажу, чтобы заработать на образование Стива. А имя этого человека весь мир узнал совсем недавно. Абдул-Фата Джандали, преподаватель из Сирии, родился и вырос в небольшой алавитской деревушке в окрестностях города Хомс. Посмотрите на эти фотографии. Абдул-Фата и Стив похожи, как две капли воды. И это неудивительно, ведь сириец Джандали – родной отец Стива Джобса. Этот факт своей биографии Стив скрывал долгие годы, как и то, что он воспитывался приемными родителями. Стив был действительно очень непростым человеком, который создавал ауру неизвестности. Биологические отец и мать Стива, сириец Абдул-Фата Джандали и американка Джоан Шибле, познакомились в университете Висконсина. Абдул-Фата был родом из знатной семьи. Все его предки принадлежали к высшей касте секты алавитов. Она называется Хасса. Все мужчины семейства Джандали получали хорошее образование. Учились в Стамбуле и Сорбонне. Сам Абдул-Фата степень бакалавра получил в американском университете в Бейруте, после чего поступил в аспирантуру. В молодого ученого-араба влюбилась студентка Джоан. Отношения развивались стремительно, и вскоре девушка поняла, что беременна. Однако отец Джоан пригрозил лишить дочь наследства, если она выйдет за сирийца замуж. Поэтому в начале 1955 года Джоан уехала в Сан-Франциско, где о ней позаботился некий врач, который предоставлял матерям-одиночкам кров, принимал роды и помогал отдать детей на усыновление. Отец биологический Стива переживал, действительно, что он не может воспитывать сына, но он не предпринимал каких-либо действий, чтобы эту ситуацию изменить, только потому, что был, наверное, мудрым человеком, что если так уж сложилась судьба, такое должно быть. Мальчика усыновила супружеская пара из Висконсина. Механик, не получивший даже среднего образования, и его жена, трудившаяся простым бухгалтером. Пол и Клара Джобс назвали сына Стивеном. Отец автомеханик, и именно его отец, как поговаривают, привил ему любовь к технике. Он в этом разбирался, неплохо разбирался. Билл Фернандес, друживший с Джобсом еще со школьных лет, расскажет в интервью газете «Санди Таймс», что Стив неоднократно предпринимал попытки найти своих биологических родителей. По официальной версии, Абдул-Фата и Стив никогда не встречались. Он всегда говорил: «Мои настоящие родители – это семья Джобсов, которая меня приняла, которая меня взрастила. Мои биологические родители ничего, по сути, для меня не сделали». Но если верить рассказу Фернандеса, Стиву Джобсу все-таки удалось разыскать своего отца. На последние деньги 20-летний Стив нанял частного детектива, и тот действительно нашел Абдул-Фату. Это оказалось несложно. У сирийца на тот момент было свое кафе в Силиконовой долине, и сам Стив не раз заходил туда попить кофе. О том, как произошла встреча с отцом, Джобс никогда и никому не рассказывал. Однако Билл Фернандес утверждает, что после этого Джобса словно подменили. Он стал интересоваться восточным мистицизмом, древними рукописями, изучал суры священной книги алавитов. А через год его карьера пошла вверх. Что же на самом деле кроется за головокружительным успехом Стива Джобса? Какие тайные силы привели его к мировой славе? Этот символ сегодня известен всем. Он стал логотипом и трендом компании, которую создал Стив Джобс – надкусанное яблоко. Символ грехопадения и изгнания из райского сада, откуда, как верят алавиты, Адаму удалось вынести 10 свитков, предшествовавших Библии и Корану. По одной из версий, Стив Джобс вполне сознательно выбрал этот образ для своей компании. Это райское яблочко соблазна. И вот его надкусили, соблазнились. Вот в данном случае, чем соблазняется человечество? Чем его соблазняют? Неужели Джобс знал то, о чем археологи рассказали только после смерти великого предпринимателя?
Ведь согласно исследованиям ученых, именно в Сирии находился Эдемский сад. Именно здесь дьявол, принявший облик змея, предложил Еве отведать яблоко с древа познания добра и зла. Надкусанное яблоко – это один из ключевых символов древней религии, которой принадлежали предки Стива Джобса. Многие эксперты уверены, империя Стива Джобса – это религиозный культ. В центре этого учения сам Джобс и его реликвии, которые может приобрести любой человек с доходами выше среднего уровня. Примерно так выглядит устройство любой тоталитарной секты. Учитель и его произведения, за которые нужно заплатить, чтобы подняться на новый уровень познания. Обратите внимание, офисы компании почти точно копируют традиционный дизайн католической церкви. Пустые белые столы, на которых размещены некие реликвии. В религиозном сознании это вызывает прямую ассоциацию со священным престолом. Это иракский ученый, сотрудник Национального музея Ирака, профессор Донни Джордж. Он одним из первых обратил внимание на загадочные процессы, происходящие с древнейшими музеями мира. Академик был уверен, некая организация планомерно уничтожает древнюю историю планеты. Например, во время операции «Шок и трепет» американские солдаты захватили столицу Ирака, но буквально через час оставили исторический центр города. А вот музеи, как утверждал ученый, были немедленно атакованы хорошо организованными бандами. Захватчики уничтожили не только древние артефакты. Они сожгли все документы и компьютеры в лабораториях. Были ликвидированы результаты всей научной работы, которую иракские ученые вели около 100 лет. Войны на Ближнем Востоке имеют и политическую составляющую в том смысле, что они утрачивают историческую информацию. Вот та информация, которая была по Ближнему Востоку. В момент вторжения в Ирак академик Донни Джордж был директором Департамента исторических ценностей Иракского музея. Ученый утверждал, у захватчиков были ключи от сейфов, подробные планы музея, но самое главное – удостоверение некоего Американского союза культурной политики. Грабители утверждали, что по заданию правительства США вывозят культурные ценности в безопасное место. Позже командование объединенной группировки и Госдепартамент США заявили, никакого союза культурной политики не существует. Но почему же тогда захватчики использовали новейшие образцы американской техники, с помощью которых без труда взломали бронированные двери хранилища? И почему через пару лет после войны Госдепартамент США принес официальные извинения за грабеж в Каирском музее? Это некая глобальная культурная политика, некая группа людей, разрушает артефакты для того, чтобы стереть память о прошлом. Вполне возможно, что академик Донни Джордж знал ответ на эти вопросы. Он утверждал, что кому-то было очень важно не только найти древние артефакты, открывающие невиданные возможности, но и уничтожить следы древних цивилизаций, переписать историю всего мира. Профессор высказал сенсационное предположение. Ликвидировав археологическое прошлое человечества, американцы в будущем пытаются доказать, США не только самое сильное государство на планете. Уничтожая развалины Шумера, египетские мумии и записи сирийского города Эбла, хозяева мира в дальнейшем объявят, мы были самой древней нацией и самым древним государством на Земле. Кто контролирует прошлое? Контролирует будущее. А кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Эти документы запрещены к публикации в США. Уникальное исследование Института Гэллопа может вызвать настоящий международный скандал. Ведь социологи пришли к сенсационным выводам, которые могут раскрыть истинные цели внешней и внутренней политики США. Удивительно. Но именно специалистам Гэллопа, похоже, удалось понять, почему американское правительство может быть заинтересовано в ликвидации исторических памятников и самой истории человечества. Ученые выяснили, что больше половины американцев уверены, Вторая мировая война была региональным конфликтом между США и милитаристской Японией. 90% опрошенных не смогли ответить на вопрос о том, зачем войска союзников в 1944 году высадились в Европе. Это удивительно. Но через 20-30 лет американцы будут уверены, это не испанские конкистадоры открыли Америку, а ковбои Дикого Запада принесли демократию в варварскую Европу.
Политика Соединенных Штатов сегодня напоминает ту самую политику, которую вела Великобритания в начале 20 века в Ираке, на Ближнем Востоке в том числе. То же самое произойдет, естественно, в Сирии, если, конечно, правящий режим не удержится. Первым, кто изложил эту концепцию, был именно иракский академик Донни Джордж. Известно, что в 2011 году он подготовил доклад «Открытие Америки», с которым должен был выступить на научной конференции в Вашингтоне. Однако академик так и не смог изложить свою теорию археологической войны. По официальной версии, он внезапно скончался в аэропорту от сердечного приступа. При этом, как говорят родственники Джорджа, из его багажа исчезли все материалы доклада и ноутбук с иллюстрациями, которые ученый вез в Америку. Скончался в аэропорту. Очень ценной информацией он владел. К сожалению, фактически мало кто перенял от него эту информацию, чтобы продолжить те же самые поиски артефактов шумеро-аккадской и ассиро-вавилонской цивилизации. Они, можно сказать, навсегда потеряны. Исследователи говорят, если у правителя нет истории, в его легитимность никто не поверит. Можно управлять народами при помощи сильной армии, но такое правление продержится от силы 100-150 лет. Самую эффективную формулу власти открыли еще в древнем Шумере. Правители Междуречья убедили свой народ и соседние государства в том, что до шумерской цивилизации никакой культуры на Земле не существовало. Этот же метод можно использовать и в наше время. Нужно всего лишь уничтожить все следы предыдущих цивилизаций. Может быть, это и есть самый главный секрет, на котором держится вся магия власти.